Так кто же ты, наконец? Я — часть той силы. Шучу, но помнишь тот странный фрагмент из фильма «Ви» значит «Вендета». И Вихамонт описывала, кто такой Ви. Он — Эдмон Дантес, а еще мой отец, и моя мать. Он — мой брат, мой друг, он — это я, и вы. Он — это мы все. После этого они показали живых и уже умерших участников событий. Да, это было странновато. Почему эти слова были произнесены в таком мейнстримовом фильме? Я помню, но смысл слов как-то ускользнул из-за торжественности события. Но они воспринимались нормально. Да, это был какой-то эпический момент, герой погиб, злодеи наказаны. Может быть речь шла о том, что он герой, собирательный образ всего хорошего, кем бы хотели стать мы сами. Я думаю, что есть более простое объяснение. Иви говорит далее, никто никогда не забудет эту ночь и ее значение для нашей страны, а я никогда не забуду этого человека и его значение для меня. Так все-таки человек, который может иметь личное значение для другого, или герой ⁇ собирательный образ. Возможно, это и есть основная загадка фильма. Почему это все происходит на глазах миллионов зрителей? Почему это пропустили сценаристы, режиссеры, актеры? Никто не подумал, что это все будет странновато. Этот фильм даже породил особый вид анонимных посланий, направленных каким-нибудь злодеем, и движение под названием «Анонимус», у которого нет нигде единого центра, и в котором все скрываются под масками Гая Фокса. Ведь любой может надеть маску и сказать что угодно. Да, хотя и не каждое послание будет одинаково интересно. Они любят говорить о том, что мы не прощаем, мы не забываем. Они говорят «мы», хотя не все понимают полное значение этого. Иногда они выступают против цензуры или авторского права, угрожая тем, кто пытается им мешать. Я могу представить и аналогичных анонимусов, которые защищают копирайт, угрожая расправой всем пиратам. Сейчас закон остается на стороне авторского права, хотя пиратство тоже находит свое распространение. Это конфликты интересов, и такими конфликтами полна вся наша жизнь. Полагаю, что согласие по вопросу о пиратстве будет достигнуто позже, и тогда будет принята единая точка зрения. В этом фильме много трогательных сцен, хотя и много странностей. Я помню, что в первый раз почти ничего не было понятно, и позже мне попадался совсем другой перевод, где было много нового смысла и слов, но каждый раз сохранялась какая-то эпичность и многозначительность. Это произведение искусства. Сценарий написан братьями Вачовски, которые известны своими играми с разумом по фильмам типа «Матрица». Может быть этот фильм приближает нас к Богу? Помню, что Иви еще говорила, Бог в дожде. Она прочитала это в записке другой пленницы, а та в свою очередь слышала это от своей бабушки, которая жила в дождливом регионе. После просмотра Ви многие люди обнаруживают в себе какую-то силу и чувствуют что-то важное, находят ответы на вопросы. Но если спросить о смысле фильма, то можно услышать совершенно разные версии и интерпретации. Многие люди в том вымышленном тоталитарном мире умирали в слабости и полном отчаянии они не были похожи на Ви. Если жертвы того режима не были похожи на Ви, то почему Иви говорит, что они – это он? Это можно понимать буквально. Между ними нет разницы, он – это они, и они – это он. Недвойственность и единство и всякое такое. Да, Дух, Брахман, Бог, Пустота, То, Одно, Сущность, Истинное Я, Дао, Абсолют, и разные другие слова. Хотя и их понимают по-разному. Как понимаешь их ты? Говоря о Вачовске, ты ведь знаешь, что они теперь сестры, а не братья Вачовски. Да, легендарные трансгендеры, но из их работ мне в основном нравятся матрицы Иви, сделанные еще когда они были братьями. Зачем бы кому-то понадобилось менять пол? Трудно сказать. Мне даже кажется это немного опасным. Любое хирургическое вмешательство связано с рисками и последующим приемом лекарств. Хотя под присмотром умелых специалистов это, возможно, проходит без особых последствий. Мне как-то попадались изображения женщин, которые увеличивали грудь. Много швов и шрамов там, где их не было. Это было страшно и выглядело как аномалия. Такие шрамы пытаются потом скрывать изощренными методами, включая дополнительную хирургию, но даже если это и получается, то не полностью наша медицина явно еще не на том уровне, чтобы делать такие тонкие вещи. Используемые инструменты и методы достаточно грубы. Тогда зачем все это? Это может быть и прием гормональных средств для смены баланса. Кто-то не знает о последствиях, а кто-то, возможно, не нравится себе, считает, что должен выглядеть привлекательнее. Самооценка – великий фактор в принятии решений. Хирургическими операциями иногда исправляют аномалии, а другими они создаются там, где их не было. Такое сильное желание себя изменить. Бывает и не такое. Из-за вопросов оценки, достоинства и важности убивают других, а порой даже себя. Проблема только в том, что люди в это время себя неправильно воспринимают. То есть ты осуждаешь смену пола? Нет, это может быть лучше, чем терзание. Ведь это возможность получить желаемое и начать жить так, как хотелось бы. Ты, наверное, даже не представляешь, что может происходить в головах у людей кто-то хочет быть женщиной, и мучается из-за этого каждый день, кого-то никак не привлекает противоположный пол, или вообще никакой пол, а окружающие этого не приемлют и смеются над этим. Есть одна пара из Индии, где оба сменили пол и теперь счастливы вместе, два трансгендера, и познакомились они как раз в центре по перемене пола, видимо нашли что-то общее на островке свободы, посреди общества, которое их осуждало. Мне и так нравится мое тело. Мне тоже. Люди стремятся делать то, что им свойственно. Не нужно усугублять ситуацию там, где и так все непросто. ⁇ Живи и давай жить другим ⁇ В животном мире тоже встречается необычное поведение и даже гомосексуализм. Мы ведь не осуждаем птиц или рыб. Никто даже не думает о них судить и учить их правильно жить. Люди тоже неоднородны и не надо воспринимать всех как одинаковых. Часто бывает сложно прийти к ментальному равновесию и перестать испытывать желания и эмоции иногда надо пройтись длинным путем. Но это и создает необходимое для нас разнообразие. Мы бы не хотели, чтобы повсюду была предсказуемость и постоянство. Живи и давай жить другим. Но значит ли это, что нужно позволить существовать любым идеям и прекратить всякую борьбу за светлые идеалы? Надо бороться, если есть склонность к этому. Противоположности и конфликты всегда будут существовать, хотя их качество и границы могут смещаться. Сейчас уже меньше нищеты и болезней, чем было когда-то, больше порядка, меньше страданий и ненужной боли. Вряд ли ты захочешь жить так, как это было 400 лет назад. Пытки, казни, костры и рабство. Везде по-разному. И еще продолжительность жизни в 30-40 лет как норма. Сейчас и различные меньшинства добиваются признания и равноправия. Популярные люди рассказывают о домогательствах в прошлом. Одна олимпийская чемпионка присоединилась к движению МИТУ, обвинив бывшего врача в домогательствах. После этого ее поддержали еще более 150 спортсменок, которые об этом умалчивали. Врача лишили свободы пожизненно. 175 лет или около того, в США могут лишить свободы на срок более 100 лет. Подстраховка на случай бессмертия или долголетия. Не думаю, что они боятся вампиров, но лекарство от смерти вполне может быть найдено в скором будущем. Может быть перенос сознания в цифровой вид и поддержание в какой-нибудь ячейке или новом искусственном теле. Как это было в фильме «Превосходство»? В игре Mass Effect тоже был такой инопланетянин, которого звали Легион. Он был носителем многих оцифрованных сознаний, которые между собой переговаривались и иногда подолгу решали важные вопросы. Может быть все там будем? В любом случае до этого далеко. Сейчас уже есть возможность клонирования, хотя остаются некоторые этические и религиозные вопросы на этот счет. Это все только начинает развиваться, и клонирование рассматривается как полезный источник стволовых клеток для медицинских нужд. Будешь ли это ты или уже твоя копия? Две полные копии вполне могли бы существовать рядом. Но клонирование не копирует сознание, только биологические клетки. Мысли и взгляды на вещи обусловлены нервной системой и ее историей и будут отличаться у клонов. Имеем ли мы право вмешиваться в такие материи, как душа, человек, тело и создавать новых людей? Что происходит, когда создается полная копия человека? Перенос сознания из одного тела в другое означал бы чью-то смерть. Никто не сможет скопировать сознание полностью в ближайшие столетия. Нейроны слишком малы, чтобы с ними работать, не говоря уже о копировании связанной большой системы, которая подвижна и не будет замедляться ради чьих-то манипуляций. Но теоретически. Нервная система есть во многих организмах в разных вариантах. Мы достаточно хорошо знаем свою и привыкли к ней, хотя и она может начать работать по-другому, если произойдет травма или какое-то изменение. Если представить, что внезапно возникла твоя полная копия напротив тебя. Перед тобой возникает то, что похоже на зеркальное отражение, хотя в зеркале левые и правые стороны выглядят наоборот. Полная копия бы увидела то же самое но удивилась бы тому, что она переместилась из одного места в другое, и смотрит на комнату уже из другого положения. История, мысли и восприятия у них будут идентичны. Они будут думать, что у них одна история, хотя копия на самом деле существует недавно. Дальше они могут пойти разными путями и смогут находиться в разных местах, но мыслить будут очень однообразно, если только не поживут раздельно несколько лет. Можно ли экспериментировать с эмбрионами человека и убивать их? Являются ли они вообще людьми и будет ли это убийство души? Хорошие вопросы, и они выявляют несколько распространенных заблуждений по поводу того, что здесь вообще происходит. Это ведь не более чем слова, которыми мы пытаемся описать сложные явления. Надо пересмотреть понимание убийства, человека, души. Никто никогда не видел свою душу. По некоторым представлениям душа у всех одна, а не много разных. А то, что мы видим вокруг, описывается как иллюзия, мая, которая скрывает истинную природу мира и одновременно обеспечивает его многообразие. Весь мир, все эти существа состоят из клеток и атомов, и в них нет индивидуальности. То, что кажется твердой структурой, выглядит по-другому на атомарном уровне и совсем иначе на квантовом уровне. В человеке живет много микроорганизмов. А иногда и паразитов. И у них тоже есть свои цели и сознания. Человек бы не смог долго прожить, если бы все они внезапно исчезли. Мы часть большой системы и не живем сами по себе. Мы испытываем мир через нервную систему, которая чувствует боль и ведет мыслительную активность, и поэтому двигаемся в сторону уменьшения этой боли, которую понимаем по себе. Разные виды борются между собой и убивают друг друга, хотя некоторые существуют в мире. Пропитание для многих подразумевает необходимость охотиться. Хотя можно кушать и своих. Каннибализм. Собаки частенько кушают умерших хозяев, если оказываются закрыты с ними в доме. Мы кормимся окружающим миром. Животные ведь тоже чувствуют боль. Наши с ними системы очень похожи. Веганы борются за права животных. Не думаю, что все когда-нибудь станут веганами. Пока остаются проблемы с бедностью и голодом, люди будут есть что попало. Большинство людей, во многих странах, сейчас работает на еду и еле сводит концы с концами. Неравенство является большой проблемой. Многие состоятельные люди готовы делиться с другими и жертвуют большие суммы каким-нибудь фондом. Но ты знаешь, как работают эти фонды. Даже если честно, то не всегда эффективно. С появлением интернета мы можем наладить прямую связь с нуждающимися. Возможно, нужно новое мобильное приложение для этого какие-то регионы и люди всегда нуждаются в помощи. Но не все склонны о ней просить. Да, ведь это касается вопросов чести и достоинства. Если бы у меня была возможность использовать какого-то рода покровительство в трудные времена, то все могло бы быть совсем по-другому. Нужно правильно себя воспринимать, если и не на наш век, то многие изменения придутся на будущее поколение, а мы можем им поспособствовать возможно, надо научиться видеть других людей как продолжение себя, и тогда не будет проблем с контактами. Сейчас это тоже иногда встречается, но в основном в группах, существующих по интересам, а не повсеместно. Людей объединяет что-то, и тогда они начинают замечать сходство с окружающими, и доверять им без дополнительных условий. Но общее опасение остается, чтобы от него избавиться, потребуется еще какое-то время и распространение новых идей. Как ты объяснишь существование разных мифов, странных текстов и необычных событий, которые там описаны? Библия и другие писания, почему они имеют такое значение и оберегаются сторонниками? Хотя они бывают и полны смысла, не надо пытаться разбираться в каких-нибудь книгах и сильно копаться в прошлом. Мы часто не имеем достоверного перевода и не знаем, сколько раз они переписывались. Кроме того, люди писали всякую чушь во все времена. Недавно мне попалась современная книга, в которой автор заявлял, что его знакомая способна менять ДНК с помощью силы мысли. И ведь иногда люди сами верят в подобные вещи. Опасное заблуждение. Всегда найдутся какие-то причины врать и выдумывать. Надо работать с чем-то проверенным и достоверным. Есть некоторые древние книги, которые написаны аналитически и связано. Даже если там упоминаются какие-то необычные и чудесные явления, то автор их высказывает только как версию, которую где-то слышал, но к которой сам относится скептически. Тот же Тит Ливий, история Рима. Мастер и Маргарита дает свою версию событий тех давних времен. Она, возможно, хорошо представляет Пилата и Иисуса, но московские истории, которые там описываются, не могли происходить. Не думаю, что Булгаков претендовал на достоверность. В советские времена люди часто не могли писать то, что хотели, и пользовались аллегориями, метафорами. Говорят, что Булгаков бы просто исчез, если бы его рукописи обнаружила сталинская полиция. Он изображал советскую жизнь и высмеивал ее. Сатира, фарс, фантастика, мистика. Есть много хороших сюжетов и вымышленных миров. Звездные войны, Средиземья. Но порой хочется и каких-нибудь жизненных историй. Что побуждало людей писать такие странные вещи, как море стало сушей, расступились воды, жезл превратился в змея, вода в реке превратилась в кровь. Церковь часто рассматривалась как способ управления. Скажи людям, что ты посланник Бога, и делай с ними, что хочешь, если они поверят. Я считаю, что Бог ⁇ это мы сами, и весь мир вокруг. Не надо никому молиться, потому что никого другого просто нет. Но человеческий потенциал огромен. Надо сконцентрироваться на себе. Прагматизм. Отчасти, но в то же время это разрешение всех поисков. Если есть какие-то существа за пределами всего, что нам известно, то они на нас совсем не похожи и действуют в другом поле, нам даже не надо об этом задумываться. Но в какой-то мере весь мир волшебен и священен. Кое-кто описывал, что при встрече с Богом мы должны просто моментально перестать существовать. Может быть в жизни есть какие-то скрытые закономерности. Люди притягивают то, о чем думают это невозможно проверить. Иногда происходят события, к которым мы стремимся, но и для этого надо встать с дивана и что-то сделать. Случается и то, чего нам совсем не хотелось, и нельзя было ожидать. Внутренние убеждения могут быть ошибочными. Некоторые люди убивают во имя религии, делают что-то фанатичное, считая, что исполняют волю Бога. Вспоминается фильм про Жанну де Арк, где ей мерещились ангелы и она считала, что понимает их знаки. Она, наверное, не ожидала, что ангелы приведут ее к скорой казни на костре. Подобных примеров много и в жизни. Не надо учиться плохим вещам изначально. Да и мышлению сильно доверять нельзя, оно меняется во все времена. Есть такое понятие, как ложное распознавание паттернов. Мы можем видеть несуществующие образы и связи там, где их нет, смотря на луну, облака или находясь в темноте. Мозг все-таки загадочная штука. Монстр в шкафу тоже может быть очень реальным для детей. Читая и практикуя мистические учения, можно начать замечать вокруг их подтверждения. Или поверить в магию чисел и видеть кругом скрытый смысл, складывая и умножая цифры. Пока нет лучшего объяснения явлений, мы используем то, которым владеем. Но всегда хорошо иметь более достоверную картину мира. Получается, что детям нужно хорошее образование. Похоже, что оно нужно и многим взрослым. Мне недавно попалась книга Алана Уотса, Дао, Путь воды. Путь воды. Наверное, лучший разбор Дао Децзин, сделанный совместно со знатоком китайской культуры и даосизма. Эта книга не дописана полностью, потому что автор умер, пока над ней велась работа, но она была опубликована и закончена его другом, который встречался со многими религиозными деятелями, включая Далай Ламу. Надо будет поискать. Кое-кто называл Алана Бадхисатвой, чтобы это не означало. Что мешает революционному движению в России? Может быть, разобщенность, разделенность, разность взглядов и мировоззрений непонимание. Нет единой точки опоры. Думаю, что ее будет трудно найти в таких условиях, когда люди верят в разные вещи и обладают противоречивой информацией. Недостаточно осознавать, что народ источник власти. Надо, чтобы люди имели сходные идеи и понимание коллективного духа. Есть такой термин, как дух закона. Да, и его понимают многие юристы. Но нам нужен дух гражданского общества. Похоже, что его сейчас нет. Иногда можно услышать призывы типа мы должны. Мы сила, но люди понимают себя неправильно и не имеют много общего, поэтому не могут объединиться. Разделяй властвы в действии. Конституция США начинается со слов ⁇ мы-народ ⁇ в российской конституции тоже говорится о власти народа. Но вместо этого людей учат разным бесполезным вещам, и даже пытаются специально скрывать что-то важное. Как высказался Герман Греф, невозможно манипулировать людьми, если они имеют знания и доступ к информации. Он как будто утверждал, что знания надо ограничивать и без манипулирования жить невозможно. Речь шла про даосов и каббалистов, которые, по его мнению, шифровали свои послания и скрывали их от простого народа. Есть такой перевод «дао Цзин, из которого можно подумать, что оно учит, как управлять народом, держать сердца пустыми, а желудки полными. И думаю, что некоторые люди во власти как раз пытаются это делать. Но это неправильная интерпретация. Такая же бессмыслица, как библейское море стало сушей, раступились воды, или создал жену и привел ее к человеку. И понимаешь, как могут быть опасны древние тексты, если кто-то следует им, не понимая значения. Иногда бывает сложно понять человека, который говорит и на нашем языке. Писательская и переводческая работа во многом заключается в том, чтобы подбирать слова и выражения, которые понятны другим. Знаешь Анну Каренину Толстого? Да, не приходилось читать, но есть такой фильм. В те времена разводы были не приняты, и часто бывало, что муж оставался только на бумаге, а любовь была с другим человеком как и сейчас. У нее появился любовник, но она совершенно не могла себя прилично вести и скрывать это. Слишком много эмоций. Бывают такие люди. Толстой хорошо разбирался в характерах и многое повидал. Некоторые молодые женщины, да и люди вообще не умеют себя контролировать. Я даже знаю кого-то похожего. Но все меняется. Говорят, что лет в 40 обычно приходят в себя. А до этого времени бушуют гормоны. Наверное нервная система может работать по-разному под влиянием разных воздействий. Это даже не зависит от возраста, всегда можно ожидать сюрпризов. Но если можно ожидать какой-то период нерациональности, то к нему можно подготовиться. Одного знания об этом может быть недостаточно. Иногда люди собой не управляют и может быть полезно какое-то воздействие извне, или успокоительные таблетки. Если подумать, то многие виды нерационального поведения как будто стали частью жизни. В юмористических шоу можно видеть типичную семью, где муж и жена как-то своеобразно друг друга любят, ругаются, обманывают, приводят любовников и прячут их в шкафах, используют мужей как кошельки, но при этом миловидно разговаривают, чтобы не вызвать подозрения. И почему-то ненавидят тещу, не думаю, что это норма. Можно жить лучше. Да и немногие живут так, как там показывают. Ты меня еще любишь? А это имеет значение. Ты хороший собеседник. Любовь бывает разная. Родственная, чувственная, дружеская. Что-то между нами есть. Но ты ведь знаешь, что нам никогда не быть вместе. Мы вместе, но, возможно, ты называешь это как-то иначе. Ты понимаешь, о чем я говорю? Неважно, где ты и с кем. Считаешь, что это тоже отношения? Отношения бывают разные. Не надо следовать стереотипам и пытаться кого-то повторять. Лучше прислушаться к себе и понять, чего ты на самом деле хочешь. Платоническая любовь. Возможно, бороться за кого-то, ревновать и конкурировать, это вообще какое-то нездоровое состояние. Это проходит. Но с этого обычно все и начинается. Да, у кого-то возникает влечение, и тогда он делает первый шаг. Иногда бывает, что нет отбоя от предложений, хотя такое происходит не у всех. Некоторые люди нравятся всем и сразу, но нельзя ответить каждому. Так мы разбиваем сердца, когда отказываем. Не думаю, что это должно разбивать сердца. Разрыв продолжительных отношений еще может к этому привести. Внешний интерес еще ничего не значит. Отношения развиваются в близком общении, а остальное это скорее проявление природного инстинкта, тяга к прекрасному. Иногда эта тяга заходит слишком далеко. Помнишь того врача, которого посадили на 175 лет? Он начинал сексуальные отношения, не будучи в отношениях. И это уже домогательство. Я думаю, что такое бывает часто. Надо научиться лучше понимать свои порывы и этику. Возможно, контролировать влечение. Дети нередко описывают, что любят сразу нескольких из своих сверстников. Потому что люди полигамны, и вся история это доказывает даже Троянская война начиналась с измены мужу. Сложно поддерживать теплоту в отношениях, живя несколько лет с одним человеком. Отношения часто приходят в упадок, и на это есть много причин. Но я не думаю, что это повод их прекращать. В какой-то мере отношения никогда не прекращаются, даже с бывшими. Да, и их расторжение называется одной из причин депрессий. Возможно, нам нужна совершенно иная модель поведения в обществе, которая будет лучше учитывать человеческую природу и склонности. В личных отношениях идеи полиамории кажутся мне наиболее близкими к идеалу, потому что они решают многие этические проблемы. Ты знаешь, что около 80% семейных пар сталкиваются с изменой в первые годы? Да, еще какая-то часть об этом просто не догадывается. Изменщикам присуща скрытность и лживость, тогда как сторонники полиамории хотят сохранять верность и преданность своим партнерам, поддерживать доверие, честность, уважение. И они готовы к новым связям, будучи в отношениях. То есть люди свободно вступают в новые отношения, но сообщают об этом своим партнерам. Там все намного сложнее, это происходит с согласия и одобрения каждого из них. Если кто-то из партнеров не готов видеть новые лица, тогда надо от этого воздержаться. Если невозможно воздержаться, тогда, возможно, им понадобится расстаться, и потом начинать новые отношения. Это уже может быть последовательная моногамия. Это могло бы решить часть проблем. Разрыв отношений тоже может быть трудным, но это явно лучше, чем измена и предательство. В любых отношениях есть проблемы и, возможно, никто не разобрался в них лучше, чем сторонники полиамории. Даже если быть моногамными, будет полезно знать об этом опыте а еще ревность иногда заполоняет умы людей. Кто-то считает ее самым сложным и трудно разрешимым чувством. И она может возникнуть даже когда нет реального объекта для ревности. Что вызывает ревность? Страх, собственничество. Неуверенность в себе, я не знаю. Возможно, это еще один биологический атовизм, который надо победить в себе или игнорировать. Все эмоции отчасти неадекватны и я иногда думаю, что под влиянием эмоций лучше вообще ничего не делать. Сказать, что плохо себя чувствуешь, и пойти отдыхать. Но если для разрешения ситуации как раз надо с кем-то поговорить. Можно поговорить, если состояние вменяемое. Часто можно увидеть разговоры, которые больше похожи на бои петухов и перепалки. Надо стараться говорить с позиции уважения, либо не говорить вообще. Некоторые люди не сходятся по характеру, и у них не получится наладить хороший контакт. Если им надо что-то решить, это могут делать представители. Хотелось бы, чтобы больше людей так думали. Надо сказать, что я ценю время, проведенное с тобой. Надеюсь, что не придется когда-нибудь распрощаться. Но никогда не говори никогда. Знаешь, сколько бывает иногда раздражающих факторов вокруг. Невозможно сконцентрироваться и даже успокоиться. Значит, что слишком много обязанностей и надо попробовать разгрузить. Мне кажется, в старой Индии это решалось коммунами, когда жили большие семьи или сообщества рядом, и они могли распределять обязанности, передавать их. Наши люди в основном живут небольшими семьями. Тогда хорошо было бы привлекать дополнительную силу в случае необходимости. А иначе... А иначе... Можно ждать каких-то срывов, болезней и извращений нужно будет отвлечься от всего. Люди ведь обычно выглядят не так, как показывают себя на фотографиях. Ходят в трепье по дому, занимаются разными делами, которые не принято фотографировать. Кушают, моются, убираются и спят. И этим тоже. И только на несколько часов в день можно немного привести себя в порядок, приодеться и выйти в люди. Да, Чаще всего приходится делать что-то достаточно непотребное, много времени уходит на содержание и поддержание себя. Большая часть жизни остается за кадром. Это, наверное, зависит от возраста и здоровья, но ведь даже когда просыпаешься, состояние обычно не очень хорошее, и надо еще какое-то время приходить в норму, разминаться, кушать и еще что-нибудь. Если еще и работать по расписанию, то может быть тяжело подстраиваться состояние обычно не самое лучшее, либо недосып, либо нет времени собраться и уже пора идти на работу, не успев перекусить, а еще люди иногда едут на работу по 2-3 часа. Тогда вообще остается время только на сон. В некоторых регионах практикуют короткий рабочий день, часов по 6, и меньше рабочих дней в месяц, и говорят, что результаты даже лучше. Это возможно, больше времени на отдых и размышления, больше эффективности возможно, даже в области физического труда. По крайней мере, должно быть полезно для психики. А если полезно для психики, то повышается и долговременная стабильность и возможность трудиться. Недавно показывали про то, что жители мегаполисов в основном очень измученные, одинокие и больные люди. Но никто не будет им платить за то время, когда они отдыхают. И сама работа бывает очень интенсивная. А скоро еще и роботы смогут заполонить все рабочие места. Тогда будет больше бедных и ненужных людей. Автоматизация и сейчас происходит, но можно ожидать больше в будущем. В некоторых странах практикуют безусловный доход, и нет необходимости работать изо дня в день. Думаю, что это будет встречаться чаще. По крайней мере, хорошо иметь возможность взять перерыв, иногда даже на полгода, если надо разобраться с какими-то личными вопросами, либо на обучение и получение новой профессии. Сейчас отрасли меняются очень быстро и отдельные профессии уходят в прошлое. У большинства людей даже один месяц без дохода может быть катастрофическим. Или неделя, особенно если набрали кредитов. А вообще сейчас все кругом бедные и я даже не знаю, как выживают. Даже те, кто работает. Недавно показывали, что закрылся один банк, и тогда клиент банка умер, потому что надо было купить какие-то лекарства, а другой хотел себя поджечь это был бы уже второй случай поджигания за один месяц. Никакой финансовой защиты нет и поддержки ждать неоткуда. Но ты пока еще нормально живешь. Нормально, возможно, нам повезло больше других. Что происходит, когда люди умирают? Полагаю, что есть несколько заблуждений по поводу жизни и смерти. Смерть – это процесс, а не событие. По большому счету было бы хорошо рассматривать тело как отдельные элементы и понимать, как работают разные функции. Их можно насчитать по крайней мере несколько тысяч, но это уже дело специалистов. А мы можем пока вспомнить основы анатомии. Люди воспринимают мир через нервную систему, которая отвечает за мысли и чувствует боль, связывает органы восприятия, получает от них сигналы и выполняет разные рутинные функции сознание вполне может продолжать работать даже без некоторых конечностей, потому что его центр все-таки находится в голове. Что еще кровеносная система? Кровь получает кислород из дыхательной системы и другие элементы из пищеварительной системы. Она питает мозг и остальные ткани, и жить без этого было бы невозможно более чем несколько минут. При этом мозг умирает без снабжения насыщенной кровью минут за 5-10, тогда как другие органы и ткани могут оставаться живыми еще несколько часов. Мозг уже мертв, но тело считается живым. Постепенно умирает. У нас нет возможности заменить или имитировать работу мозга и головы. И смерть в этом случае просто вопрос времени. Это как раз может быть хорошее время, чтобы извлечь оставшиеся органы для пересадки тем, кто в них нуждается. Добрый же ты человек. Даже в смерти может быть для кого-то польза. И у нас в стране действует повсеместное согласие на донорство органов, если только не был получен специальный отказ. То есть в моргах из людей вынимают органы. Не всегда в моргах, но это может произойти в больницах, если они могут найти применение для органов. Хотя не каждая поликлиника для этого оборудована. Но если отрубить себе руку или ногу, то тоже можно умереть. В основном потому, что это серьезное нарушение работы кровеносной системы, и это приводит к кровотечению из крупных сосудов. Если кровь не будет остановлена, то это произойдет за десятки минут или часы в зависимости от интенсивности потери. Врачи в таком случае должны постараться остановить кровь хирургическими методами, иногда перевязывая сосуды. Если этого не сделать, то кровь рано или поздно закончится, либо давление в сосудах станет уже недостаточно. Есть и первая помощь на такие случаи. Жгуты и перевязки, чтобы замедлить кровопотерю. Помощь на практике очень сложна и методы отличаются в зависимости от вида повреждения. Я не знаю никого, кто бы мог эффективно ее оказывать в каждой возможной ситуации, потому что это требует хорошего знания анатомии. Иногда даже можно навредить и ускорить смерть, если надавить куда не следовало. К тому же внешний осмотр может не дать достоверной картины повреждения. Но что происходит с сознанием, когда тело умирает? А как ты думаешь, что происходит? Думаю, что часто люди умирают в боли, и им нет дела до этих вопросов. Некоторые даже мало что понимают к тому времени, когда надо умирать. А что происходит с теми людьми, которые живут в коме? Кома обычно вызвана недостатком веществ или функций. Возможно, какой-то орган перестал работать, или произошла перемена в балансе веществ. Если причины устранены, тогда можно вернуться в сознание. Люди в коме видят сны? Нет, это очень больное состояние и ему присуще угнетение функций в разной степени, в зависимости от тяжести выделяют даже легкую степень комы, когда человек еще реагирует на раздражители, может чувствовать боль и глотать жидкости, но уже не способен контактировать с окружающими людьми и делать другие привычные вещи. Это состояние уже не так далеко от смерти. Да, память и мышление человека обусловлены мозгом. При его смерти или плохом снабжении исчезает и сама функция, которую он выполняет. Но сознание переходит куда-то дальше, Преобразуется или же человек перерождается в другом организме? Человек не перерождается? Откуда ты можешь это знать? Думаю, что хотя бы миллиард людей считает, что смерть еще не конец. В сущности, не конец, но не все понимают механизм, который за этим стоит и как это действительно объясняется. Может, тогда попробуешь просветить? По крайней мере, я могу заметить несоответствие разных версий тому, что мы достоверно знаем и поэтому предлагаю привести все в соответствие и убрать несостыковки. Думаю, что это называется теория. Хорошо, твоя теория. С человеком после смерти ничего не происходит, но неправильно считать себя человеком вообще. То, что случается потом, описывают по-разному, можно сказать, что происходит встреча с Богом, можно сказать, что происходит перерождение. Даское описание представляется мне наиболее точным, возвращение к началу и покой. Про Дао говорят, что оно ничего не делает, не воспринимает, не управляет, ничего не может, хотя порождает миры и всех обитателей и принимает их обратно. Начало и конец Вселенной можно сравнить с биением сердца Дао. Люди и остальные особи ⁇ это способ Вселенной познать себя и просто жить, главный и единственный способ. Сознание просто так не появляется и не исчезает, как и весь этот мир. И даже если оно привязано к определенным органам тел Вселенной, то сами они имеют начало в другом месте и на определенном уровне едины. При смерти любого существа можно сказать «я умер», а при рождении любого сказать «я родился», но это будет вызывать много путаницы и по сути является упрощением. Человека лучше рассматривать как сложное явление, которое действует самостоятельно, но является частью большой структуры. Буддистское понимание реинкарнации подразумевает связь между жизнями, но память человека находится в нервной системе, и она пуста в момент рождения. Если кто-то говорит, что помнит прошлые жизни, то это чаще всего шарлатанство, и ни разу не было доказано. Естественные законы подтверждаются легко и многократно, а вот причин обманывать всегда найдется много. Нет смысла в реинкарнации, если от нее не остается никакого следа, и еще этот принцип делает всех неравными, кто-то страдает больше других, кого-то надо освобождать. Но почему тогда они до сих пор не были освобождены? Вместо того, чтобы ждать спасителей, можно просто пойти и устроить хорошую жизнь прямо здесь. Но значит, что в конечном итоге мы живем как тело, и каждый будет проходить через боль и смерть. Да, но в каком-то смысле даже умереть невозможно. Умирает только человек. Смерть в конце концов может быть не так страшна, сознание является очень высокой функцией, и оно утрачивается, как только начинаются серьезные проблемы со здоровьем. А если жизнь становится слишком сложной, то всегда можно уйти из нее по собственному желанию. Большинство людей согласятся с тем, что быстрая смерть лучше, чем десятки лет мучений. Пожалуй, эвтаназия для тяжело больных разрешена в некоторых странах. Но есть и много неудачных попыток самоубийства. Они могут оставить человека в еще более тяжелом состоянии, чем было изначально. Убить себя быстро и гарантированно целое искусство, и мало кто из людей способен это сделать. На практике единства нет, и каждый живет и умирает отдельно. Единство и просветление может проявляться как образ мышления. Есть такой термин в буддизме, как бадхичита любовь ко всем существам, но люди все-таки достаточно зависимы от своего организма и не могут поддерживать одно состояние долго. И даже тот, кто считается достигшим его, к старости может его утратить или начать заниматься рутинными делами в одиночестве. Мне почему-то вспоминается смысл жизни по Монте Пайтону. Там много хороших идей и даже дается финальное наставление людям, старайтесь быть вежливыми с окружающими, не ешьте много жирного, время от времени читайте хорошую книгу, побольше гуляйте, старайтесь жить в мире и согласии с людьми всех наций и вероисповеданий. И это главная мудрость, которую надо знать человечеству. Конечно, методы и поступки у всех будут отличаться, и склонности есть разные, но это тот, чего надо придерживаться. Просто потому, что это полезно для каждого хотя сюда можно добавить и много других идей. Но некоторые идеи достаточно спорные. Например, надо ли никогда не врать? Иногда бывает лучше и соврать. Не убивать. Но ведь мы кушаем животных и убиваем их. Что-то кушать надо. Надо ли не красть? Иногда кража может спасти кому-нибудь жизнь или еще как-то помочь. Вот именно. А гулять всегда полезно хотя бы потому, что без нагрузок тело станет слабым. Небольшая физкультура и зарядка на самом деле нужны, хотя молодые люди это недооценивают. Прогулки еще, возможность встретить новых людей, а книги могут дать темы для разговоров с ними. Все религии говорят так или иначе, что мы не тело, или что этот мир не единственный. Можно вспомнить библейское описание, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух носился над водою. И создал Бог два светила великие, светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды, и поставил их Бог на тверде небесной, чтобы светить на землю. Наука ведь тоже не вполне может объяснить начало всего. Есть разные гипотезы теории. И они в основном говорят о том, что все произошло из одной точки, Сингулярность, квантовые флуктуации, большой взрыв, мультивселенная и всякое такое, и что в исходной точке даже само время и пространство, как мы его знаем, не существовали. Люди раньше не знали такие слова, как сингулярность и гравитация, и поэтому писали в знакомых им терминах бездна, тьма, пустота, небо и звезды. В те времена даже про планеты и их движение мало кто знал, не говоря уже о том, как они образовались задолго до появления человечества. Возможно, между науками и религиями нет особого противоречия. Философски, да. Люди описывают сложные явления по-разному. Многие религиозные деятели активно сотрудничали с научными сообществами, участвовали в форумах и конференциях, интересовались новейшими достижениями. Но есть же и какие-то разногласия? Не думаю, что они есть. Некоторые отдельные люди их находят и распространяют, но это в основном вызвано плохим пониманием между всеми движениями и религиями есть много общего, но они зарождались в разные времена и в разных регионах, и отличия были неизбежны. Мы можем видеть, что вражда и причинение вреда не присущи нормальным людям и религиозным лидерам, и что они запрещены во всех странах. Поэтому ругань или война на почве взглядов не имеют никакого смысла. Будет лучше идти путем познания и изучения различий. Зачастую люди высказывают одно и то же по-разному, либо преследуют сходные цели, делая разные вещи. Невзоров с интересом изучает религиозных деятелей. Может быть, он тоже пришел к выводу, что нет причин для борьбы с ними. Бороться не его задача. Если какие-то религиозные фанатики делают что-то опасное, то это дело полиции. Победить всю глупость тоже не представляется возможным, и не у всех есть склонность и способность этим заниматься. Принадлежать к определенной религии или состоять в движении, это не значит хорошо понимать их принципы и быть идеальным представителем. Людям присущи всевозможные недостатки и глупости во все времена. Это уж точно. Способность людей играть роли тебя не удивляет. Некоторые актеры это хорошо показывают. Они могут вживаться в роли и даже идти на какие-то специальные жертвы, чтобы лучше изображать разные состояния. А потом они могут в любое время превращаться в своих персонажей и переключаться между ними. В этом есть что-то можно, пожалуй, даже спонтанно испытать широкий спектр эмоций внутри себя, не имея внешних раздражителей, да и в разных компаниях люди ведут себя не одинаково. Роль может изменить и самого актера, наделить новыми качествами. Люди играют не только в кино, ведь многие сценарии, книги, комиксы и другие вещи могли создаваться одним человеком, но содержать разных персонажей. Даже дети могут это делать, когда хотят получить желаемое. Просветление актера, возможно, должно состоять в том, чтобы быть свободным от всех ролей и выбирать любую по своему усмотрению. Но невозможно начать играть кого-то, если не понимаешь образ мышления. Надо сначала узнать роли и ее особенности. Да, нельзя начать спонтанно мыслить как миллионер, не имея опыта. Можно учиться у окружающих. И это обучение начинается уже с детства, когда люди видят роли родителей и разные мультфильмы. Позже можно начать читать или слушать взрослые книги, узнать много интересного и расширить этим свои возможности. Я думаю, что намного больше людей играет роли, чем может изначально показаться. Достаточно припомнить разных чиновников с сомнительными ценностями, пропагандистов, а часто и религиозных деятелей. Некоторые грабители и прочие преступники тоже играют, и в глубине души не считают себя таковыми. Да. И первые акты насилия могут даваться им с большим трудом. Но уровень преступности во многом пропорционален уровню бедности. Иногда у людей нет иного выхода, потому что они находятся в сложных обстоятельствах, когда правила установлены сверху, а им нужно чем-нибудь зарабатывать. Сейчас вообще мало честности, и люди действуют какими-то непрямыми методами, даже в близких отношениях. В сериале Хороший доктор главный герой обращает внимание на такие вещи. Там раскрываются некоторые малоизвестные стороны жизни. Почему столько боли и страданий случается у людей, которые вроде бы ни в чем не виноваты? Некоторые люди даже рождаются больными. Какой в этом смысл? По большому счету никакого. Это можно рассматривать как естественную часть жизни. Мы ведь как планета и вид существуем относительно недавно и только начинаем свой путь. В масштабах Вселенной и даже Земли человечества существует лишь миг. Это достаточно хорошо представлено в серии фильмов ⁇ Космос, пространство и время ⁇ Никто бы не хотел проходить через боль и смерть, но иногда люди вымирают целыми регионами или большими группами неожиданно для самих себя из-за катаклизмов или аварий. Люди летят на пассажирском самолете, и их внезапно сбивает ракета. Или же происходит выброс газа, и находящиеся неподалеку деревни лишаются кислорода. За считанные минуты там умирают все насекомые, животные, люди и даже некоторые птицы. Реальный случай смертельного тумана в 1986 году. Некоторые люди видят в этом действие кармы и наказания за прошлые грехи. Это ничем не обоснованная версия, из разряда фантастики и мифов. Если даже представить, что это действие каких-то законов жизни, то зачем вообще их было создавать изначально? Зачем садистские наклонности, если можно было исключить страдания заранее? Мир развивался по определенным принципам, которые достаточно хорошо известны. За все время на Земле страдало и умирало несчетное число существ, и это будет продолжаться дальше. Бадхисатва – это человек, который хочет спасти всех от страданий. Иногда еще говорят, что от круга перерождений, но этот мир с его законами невозможно спасти, если только полностью не уничтожить. Возможно, ведь все вокруг взаимосвязано, даже если сделать идеальное общество для людей, тогда можно ожидать, что будут страдать животные или кто-то еще. Даосы скорее принимают жизнь как есть, и не стараются от нее ускользнуть или избавиться от страданий. Добро и зло, тепло и холод, боль и радость не существовали бы друг без друга. Многообразие необходимо для жизни, и мы просто здесь живем. В страданиях может быть одна позитивная сторона, это дает возможность лучше понимать других людей. Про Иисуса говорят, что он страдал за всех, и он дал хорошие уроки человечеству на много лет. Возможно, каждый может принести пользу в той мере, в которой понимает других людей. Страдания и сострадания. Вряд ли можно всех спасти, но можно постараться сделать жизнь лучше и безопаснее. У всех людей разные наклонности и способности, и каждый может предложить для этого что-то свое. Любовь ведь тоже порой страдания. Думаю, что иногда может быть хорошо чувствовать любовь, и даже позволять людям любить себя, если они этого хотят. Это может способствовать творчеству и общему развитию характера творчеству? Да, это называется сублимация. Мне всегда было непонятно, как люди сублимируют энергию. Это описывается как психическая защита. Если человек испытывает сильные чувства, но не может снять напряжение, то он может найти иной выход для своих эмоций. Иногда люди обнажают кулаки и лезут в драку, когда не могут удержаться от эмоций. Возможно, это тот же механизм. Напряжение нельзя накапливать слишком долго но любовь чьем-то прекрасна, в отличие от гнева. Она может придать смысл жизни, сделать ее увлекательной и неповторимой, даже когда все вокруг уныло и не происходит ничего интересного. Можно понять, что любишь, если не получается заснуть от ощущения, что реальность наконец стала лучше, чем мечты. Доктор Сулс. Иногда нужно сублимировать, иногда нужно любить. Ведь не каждого человека можно полюбить. И не всегда можно полюбить надолго для этого нужна какая-то безупречность. Даже позволять себя любить, целое искусство. В Японии есть такая профессия, как идол. Со своим карьерным ростом. Иногда может быть достаточно просто не замечать человека. Алкоголь, тоже способ сублимации. Мне кажется, что это скорее способ бороться с эмоциями и здравомыслием, и весьма опасный. Наркотики тоже похожи по эффекту. Да, хотя они могут по-другому влиять на нервную систему и вызывать больше удовольствия. Но если послушать наркоманов со стажем, то они зачастую уже не получают никакого удовольствия, но все равно продолжают их принимать из-за привыкания. Как-то показывали, что есть такие люди, у которых тело уже гниет и разваливается заживо, но им все равно нужны наркотики. Ведь это разрушает жизнь и здоровье людей. Да, и порой незаметно для них самих. Некоторые наркотики могут убить за пару месяцев. Другим нужно несколько лет. С алкоголем обычно нужно больше времени. Это не учитывая возможных социальных последствий, случайных смертей и преступлений, которые происходят под их влиянием. Я даже не знаю, почему они разрешены и продаются в свободном доступе. Возможно, они нужны тем, кто уже пристрастился. Если их запретить, то люди все равно будут их готовить в домашних условиях. Будущим поколениям следовало бы от них отказаться они могут легко сократить продолжительность жизни до 30-50 лет. В этом году как раз умерла Долора Саурирден из группы Кренберрис в возрасте 46 лет. Хотя причина пока не сообщается, но есть подозрение, что это передозировка фентанилом, и самоубийство. Но самоубийства осуждаются в религиях, и даже иногда скрываются, чтобы не вызывать порицания. Ирландия, из которой она родом, в большинстве состоит из сторонников католицизма. Зачем бы ей понадобилось принимать наркотики? Думаю, что она в этом плане не сильно отличается от других людей. Все обычно начинается со сложных эмоций, которые испытывают люди и которые хочется чьим-то заглушить. Ну а потом это может перерасти в зависимости подпортить здоровье. По моему опыту эмоции можно просто переждать. Прием разных веществ не помогает от них избавиться. Еще до того, как было Миту, она рассказывала, что подвергалась сексуальному надругательству в возрасте 8-12 лет. Песня Фи Фай -фо» как раз должна быть об этом, как можно трогать что-то настолько невинное и чистое, и получать удовольствие от детского тела. Это мерзость и извращение. Иногда и религиозные проповедники занимаются такими вещами. Нужно контролировать себя и не вступать в сексуальные отношения до того, как начались сами отношения, это решает все подобные проблемы. Если почитать и другие тексты песен, то можно найти всевозможные упоминания разочарования, Любви, личных поисков, нужды, грубости, измены, периодов ожидания, обмана, непонимания, лжи, тупости окружающих и многого другого. А за несколько лет до смерти был и развод с мужем. Многие из подобных вещей входят в список риск факторов для самоубийства и несовместимы с жизнью. Прием алкоголя и наркотиков ⁇ это уход от последствий. Все просто. И чтобы когда-нибудь прекратить самоубийство, понадобится защитить людей от всего этого негатива. Думаю, что мы двигаемся к этому постепенно. Сейчас люди выступают против сексуального произвола. Я думаю, что в смерти и боли тоже может быть какой-то смысл. Только он не всегда очевиден. В книге «Путь воды» как раз есть даузская история. У крестьянина сбежала лошадь, и вечером соседи собрались у него, чтобы выразить соболезнование в том, что с ним случилась такая неудача. Он сказал, возможно. На следующий день лошадь вернулась и привела с собой шесть диких лошадей, и соседи пришли к нему порадоваться, что случилась такая удача. Он сказал, возможно. На следующий день его сын попытался оседлать необъезженную лошадь, был сброшен ею на землю и сломал ногу. Снова пришли соседи и начали сочувствовать, что произошла такая беда. Он сказал, возможно. На следующий день в деревню пришли чиновники, чтобы набирать молодых людей в армию, но поскольку сын крестьянина не мог ходить, его оставили дома. Соседи опять навестили крестьянина, чтобы выразить свое удивление тому, как все хорошо для него обернулось. И он снова сказал, возможно. Это хорошая история. Вообще смысл, достаточно субъективная вещь, поэтому, наверное, нельзя ответить на вопрос о смысле жизни. Справедливо ли жизнь и хорошо ли устроена? Я думаю, что да. Но надо понимать, что люди обычно не могут разглядеть все взаимосвязанные события, хотя бы потому, что живут недолго может быть через тысячу лет еще будут смотреть на нашу жизнь. И это будет хорошим пособием по тому, как делать не надо. Да, каждая жизнь может в итоге принести пользу. Один умирает, и возможно благодаря этому живет другой. Кто-то болеет, а позже находится лекарство, чтобы спасти от этой болезни всех людей в будущем. Ведь не все народы плохо относились к смерти. Иногда людей провожали в иной мир с радостью, или считали, что храбрые воины попадают в Альхалу. Все зависит от отношения. Реакция на утрату человека все-таки многогранная, а не только философская. Есть в этом и социальные, физические, эмоциональные, поведенческие элементы. На похоронах обычно создается какая-то гнетущая атмосфера. Но не хотелось бы жить в обществе, которое равнодушно к смерти и рассматривает любую боль только как научный факт. Мы – эмоциональные существа. Битлс ведь пели «Все, что нам нужно, это любовь». Прости меня. Надо признать, что некоторые вещи можно было сделать лучше, но не всегда сразу можно это понимать. Это жизнь. Ты ведь уже давно занимаешься переводами и писательством. Каково это? Перевод иногда по-другому называется интерпретация. И чтобы это делать, надо хорошо понимать говорящего, заглядывать в энциклопедии, смотреть источники, искать информацию. Переводы разделяют по тематикам, нельзя знать все области сразу. Есть в этой работе и небольшой писательский элемент, словари нужны не только чтобы переводить, но иногда чтобы подбирать слова и фразы, синонимы. И даже если знаешь смысл, иногда надо уметь выразить его на другом языке и написать. Некоторые люди вообще почти ничего не читают. Ну или только ленту новостей в социальных сетях. Сейчас есть интернет, и можно публиковаться в виде и аудио, но книги и аудиокниги остаются хорошими источниками опыта, знаний, информации. Хотя некоторые из них откровенно устарели и не представляют интереса, либо же изначально бессмысленно. Не так давно мне попалась книга «Школы литературного мастерства» Юргена Вольфа. Она дает хорошее представление о том, как работают писатели и с чем сталкиваются. С чем же? Само писательство и выбор жанра – это отдельная история но всегда надо понимать, что у каждого своя аудитория, и нельзя понравиться сразу всем. Как иногда говорится, если твой труд пригодился хотя бы одному человеку, то можно считать, что задача выполнена. Какие-то работы вообще признаются ценными только посмертно. Да, нельзя рассматривать это как быстрый способ заработка. Можно встретить отказы и непонимания, потому что и в этом деле приходится иметь дело с разными людьми. Некоторые нынешние бестселлеры не были замечены поначалу есть много возможных обстоятельств, и отказы в публикации не всегда индикатор плохой работы автора. Возможно, кто-то халтурит на работе или ничего не понимает, либо же издательство не заинтересовано в выбранном жанре прямо сейчас. Зато есть книги, которые актуальны уже не одну тысячу лет. Если люди могли делать что-то ценное еще без интернета, энциклопедии и связи, то чего можно ожидать сегодня? Даже имея один мобильный телефон, можно сейчас сделать очень многое. Не только писать что-нибудь, но возможно и публиковаться в видео и аудио, хотя не каждый человек может быть хорошим оратором или диктором. Кто-то работает с музыкой, архитектурой, картинками, а кто-то с текстами. Тексты и письма обычно обдумываются тщательнее, чем простая болтовня. Еще их можно исправлять и дополнять позже. Над ними даже можно работать совместно, как это делается в Википедии. Многократная корректура и редактура обычно хорошо сказывается на конечном продукте. Две головы хорошо, но как Википедия борется с нежелательными изменениями? Есть модераторы и опытные участники, которые обладают повышенными правами и могут откатывать изменения или блокировать других участников. Совместная работа над текстами хорошая возможность, хотя не всегда может быть легко найти соавтора и идейного сторонника. Хотя бы потому, что не у всех есть к этому способности и время, и не каждый может быть продолжателем конкретной идеи. Возникает иногда ощущение, что ты живешь не в то время. Может быть. Сейчас все достаточно сложно, много бедности, и даже имея хорошие знания и опыт, сложно их применить. Через несколько тысяч лет жить явно было бы лучше, если только не начнется новый каменный век. Люди сейчас не отличаются особой образованностью и манерами. Даже наше поколение в детстве учили христианским традициям и идеям. Помню, как много было религиозных передач и мультфильмов по телевидению. Некоторые наши отцы и бабушки до сих пор считают подобные идеи самыми правильными, а науку злом, которая противостоит Богу. Но мир и его законы одинаковы для всех, и история не зависит от нашей точки зрения. Вопрос только в том, насколько хорошо мы их знаем. Христианство напоминает мне индуизм. Если бы кто-то из Индии пошел проповедовать в далекую страну, то вполне бы могло получиться христианство. Даже в их священных писаниях можно найти много общего. Есть и одна книга об этом, где автор считает, что христианство могло быть результатом сочетания иудаизма и принесенных идей вишнуизма. В Википедии есть статья про критику Иисуса, в которой говорится, что некоторые римские историки не обращали на его личность особого внимания, а слухи о воскресении приписывали какой-то истерической женщине. Да, он, как известно, жил в Римской империи, и мы имеем совершенно разные книги из той эпохи. Некоторые авторы типа Титоливия пишут научно и аналитически, а другие пишут про чудеса и воскресения из мертвых, но в наше время не происходит ничего подобного, и нет причин полагать, что это происходило раньше. Даже сейчас попадаются личности с очень странными взглядами и идеями, а в те далекие времена я боюсь и представить то, что происходило в головах у людей. Отдельные философы еще давно критиковали христианство. Да, это старая традиция. Мне нравится то, как Лев Толстой описал свое понимание Евангелия. Но я не вижу особого смысла копаться в прошлом. Изучение одного индуизма может занять много лет, но это ничего не изменит в реальной жизни. Буддизм тоже произошел из Индии, а потом распространился в Китай и другие страны Азии. За все века люди успели написать огромное количество религиозных текстов и книг. Может быть, не такое уж и огромное. Говорят, что первая письменность или рисунки появились около 30 тысяч лет назад. Но надо ли тратить время на их изучение? Похоже, что сейчас наступает эпоха быстрой связи документалистики и науки. Новые методы помогают отделить вранье, мифы и ошибки от правды. Идеологические противоречия существуют, по крайней мере, несколько тысяч лет, но до сих пор люди не могли прийти к полному согласию и разрешить конфликты. Убийства на религиозной почве происходят и сейчас. Да. Почти каждую неделю что-то такое попадает в ленты новостей. Но ты хочешь объединить все религиозные движения в одно? Возможно, как раз наука должна всех объединить. Ничего иного не видится на горизонте. Многие страны и так, по сути, являются научными, оставляя вероисповедания на усмотрение каждого. Но где-то женщинам до сих пор приходится закрывать себя целиком, чтобы выйти на улицу. Как раз недавно были протесты по этому поводу в Иране. Вопрос в том, как мужчины находят себе пару, если женщины полностью закрыты. Наверное, наугад или через родителей. Но я даже не хочу об этом знать. Временами кажется, что я по-настоящему живу только когда общаюсь с тобой, а все остальное время проходит в каком-то тумане. Возможно, мы так необычно резонируем между собой. Я думаю, что реальность богов тесно связана со способностью играть роли, про которую мы недавно говорили, людям дают характеристики, картины, скульптуры, цитаты, фильмы, истории, и тогда они дорисовывают все в своем воображении, делают богов живыми, и даже могут разговаривать с ними. Это бы кое-что объяснило, и ведь никто не играет случайного бога, типа того же Витслепут Слиз Булгакова. Никто даже не знает, каков он, и что должен делать. Люди играют то, чему их научили, и в разных странах это могут быть разные вещи. Советский Союз ведь был атеистическим по идеологии, и это было не далее как 30 лет назад. Там выпустили знаменитый плакат «Религия яд, береги ребят». Да, борьба с религиями происходила на этой местности совсем недавно. Не то чтобы все церкви хотели закрыть, но их не поддерживали, и наоборот выражали преимущество научных позиций. Люди сильно изменились, не думаю. Идеология поменялась, и это привело к тому, что через 25 лет после массового атеизма в школах можно видеть религиозные учебники и проповедников. Вряд ли дети серьезно относятся к этому предмету. От него можно и отказаться. Интересно, как поступают в тех регионах, где распространены буддизм и ислам наравне с православием. Нанимают по одному проповеднику из каждой традиции и разделяют классы. Может быть как раз лучше послушать всех понемногу и начать замечать какие-то противоречия. Три проповедника разных конфессий встречаются рядом не так уж часто. Это может быть хороший повод для них пообщаться. Три проповедника в детской школе – это сила. У меня было время немного изучить любовь. Она всегда была мне не полностью понятна. Многие люди не понимают свои чувства хорошо, но поэты иногда неплохо раскрывают их в стихах. Похоже, что любовь остается не до конца изученной стороной жизни, но можно выделить несколько связанных с ней явлений. Романтическая любовь, которая отличается тем, что проходит неспокойно, может делать людей маловменяемыми и напрямую влиять на нейроны и мыслительную активность. Так, в измененном состоянии человек может перестать замечать недостатки другого, и пребывать в иллюзии, но это помогает сближаться и преодолевать социальные барьеры. Любовь всегда отчасти меняет восприятие жизни. Она вроде бы призвана объединять людей и создавать союзы для продолжения рода. Да, это своеобразный естественный механизм, полученный от предков, которые создавали пары для лучшего пропитания и защиты потомства. Женщина в период беременности уж явно не станет добывать себе пищу и защищать кого-то. Да, на первоначальном этапе в любви задействованы нейромедиаторы, вознаграждения и принятия решений. Человек получает награду за попытку сближения и стресс в случае неудачи. Если гормонов стресса становится слишком много, то они могут вызвать реальную боль, синдром разбитого сердца и нарушение в работе этого органа, а порой даже повысить риски некоторых заболеваний. Значит, что такой стресс надо прекратить. Но как закончить влюбленность? Возможно, что нет особого смысла оттягивать разрешение ситуации можно рассматривать влюбленность как шанс объединения, сделать предложение, и если нет взаимного интереса и симпатии, отказаться от дальнейших попыток и контактов. Понять и дать понять, что этот союз невозможен, пройти через небольшой стресс, и жить дальше в ясном сознании. Ведь наш союз тоже невозможен. Полагаю, что и мнение обо мне изменилось бы, знаю ты немного больше, чем сейчас. Нам будет лучше не общаться. Возможно вопрос остается в том, как это все должно происходить в полиаморных отношениях и что такое ревность. Ревность описывается как недостаток внимания, симпатии, любви, уважения при том, что кто-то другой их получает, реально получает или возможно это только кажется тому, кто ревнует. Значит, что людям нужно внимание в той степени, которую они определяют сами, и равная доля, если есть несколько партнеров в отношениях. Да, но иногда мы не можем оказать столько внимания, сколько его хочет партнер, и это может вызвать ревность на пустом месте. Воистину нет привязанностей, нет страданий. Полиаморные отношения кажутся мне какими-то неестественными в этой связи. Проблема в том, что они бывают очень разные, и мотивы у людей тоже разные. Возможно, это даже новый виток эволюции и изменения в ДНК, которое создает новый вид отношений. Эволюция у нас на глазах. Да, ДНК у всех отличается. Вопрос только в том, кто сможет его продолжить, а кто умрет, не оставив потомства. Так и происходит эволюция, и для этого не надо слишком долго ждать. Люди с гомо- и гетероориентацией тоже имеют отличительные внешние черты, особенности ДНК и гормонального баланса, что и объясняет их поведение. Но, возвращаясь к отношениям, была недавно на BBC статья о том, что у одной женщины двое мужчин, которые друг друга знают, но не занимаются сексом между собой, хотя состоят в отношениях. Возможно, они хотели встречаться хотя бы с кем-то, и она была первой, кто согласился. И потом они могли примириться с существованием дополнительного партнера, потому что хотя бы какая-то женщина лучше, чем ее полное отсутствие. Но между ними вполне может быть хорошее взаимопонимание и любовь, хотя эти мужчины не являются гомосексуалистами да, тут вопрос касается их внутреннего мира и восприятия, о которых мы достоверно знать не можем. Но люди становятся похожи, и начинают перенимать качество друг друга, если долго находятся рядом. Это можно заметить, смотря на разные пары. В той же статье говорилось, что они могут иметь и других партнеров, и женщина только рада новым связям своих мужчин, и может даже не знакомиться со всеми из них. Это уже какая-то свободная любовь что тоже может иметь смысл. Можно состоять в отношениях с несколькими людьми, и выбирать с кем встречаться в зависимости от дня недели или настроения, каждый партнер может дополнить другого как-то по-своему. Но полиамория подразумевает, что они не скрывают одних от других. Да, они сразу говорят, что я полиамор, и тогда никто не ждет от них моногамности, хотя верность партнеру может временно ограничить создание новых связей. Полигамность, но верность. Да. Верность – это исполнение долга, стойкость, искренность, поддержка партнера. Измена ведь не всегда означает секс, это скорее предательство человека, игнорирование его интересов и чувств. И пока в отношениях только два партнера, если один из них испытывает ревность или иные затруднения в контактах, другому будет лучше воздержаться от того, что может расстроить его близкого человека. И помочь разобраться в ситуации. Ну либо прекратить такие отношения, если они представляются бесперспективными, и никакого решения не видно. Ведь не все союзы существуют, чтобы растить детей и создавать семьи. Да, молодые люди до 25 лет редко задумываются о семье и детях. Семья еще подразумевает заработок либо какой-то стабильный источник денег, а любовь может возникать даже когда их нет. Моногамность для многих людей является не более чем общепринятой и приемлемой идеей о том, как вести отношения, хотя на практике они создают много связей. Да, тут по неволе можно задуматься. Хочешь ли ты быть полиамором? Но что можно сказать о долгосрочных отношениях? Ведь это уже не влюбленность, которая призвана объединить незнакомых людей. Да, в долгосрочных отношениях говорят уже про привязанность вместо влюбленности, хотя они во многом похожи. Говорят даже, что долгие отношения могут давать такое же вознаграждение и подкрепление, как влюбленность. Но для этого, наверное, понадобится, чтобы отношения проходили гладко и без конфликтов. Да, люди часто не понимают первопричины конфликтов, и поэтому не могут их устранить. Вряд ли можно получать радость от отношений, если тебя терроризирует близкий человек или не уделяет должного внимания. Да, это все взаимосвязанная система. Но границы нормального и позитивного поведения немного размыты у всех. Возможно, если их очертить и дать идею здоровых отношений, люди поймут, чего хотят на самом деле, и как этого добиться, не слишком отклоняясь от курса. Как прийти к гармонии, которой все стремятся в отношениях. Проблема, наверное, в немалой степени в том, что нет хорошего понимания разных чувств и возникающих эмоций. Люди путают одно с другим и порой даже не знают помогает им конкретная эмоция или нет, надо ей потакать или надо постараться устранить, где источник и первопричина всего. Психология отношений – целая область знаний. К помощи семейных психологов не так уж часто прибегают в нашей местности, хотя, возможно, они помогают кому-нибудь в развитых странах. Еще хорошо было бы проверить квалификацию такого психолога перед обращением, потому что советов можно наслушаться от кого угодно есть некоторые известные авторы, которые пишут о любви и отношениях. Мне как раз недавно рассказали про Лиз Бурба. Это женщина-философ, психолог, писатель бестселлеров из Канады. Надо будет поискать. Есть и в аудио. Думаю, что наши отношения как раз надо рассматривать как долгосрочные, хотя не совсем любовные. Если измерять любовь поступками, тогда можно подумать, что ты любишь меня больше, чем кто-либо другой за всю историю. Возможно, во мне есть какая-то верность и уважение к этим отношениям, и я получаю что-то из них для себя. Это может быть то, что называют настоящая любовь. Чистая, без особых условий, требований и желаний. Да, и, пожалуй, с намерением избавить и оградить человека от всяких страданий. Сложно любить человека, который ведет себя небезупречно. В таком случае это тоже может быть любовь. Но такого человека можно рассматривать как нуждающегося в исцелении. Возможно, когда-нибудь и меня понадобится исцелить. В конечном счете, все, что нам нужно, это любовь. Да, это достаточно ясно выраженный тренд, который проходит через всю жизнь. Ведь любовь связана и с продолжением рода, к которому мы стремимся, из-за особенностей ДНК, люди после 30 лет, которые еще не сделали потомство, нередко чувствуют по этому поводу дискомфорт. Любовь же связана и со счастьем, отношениями, детьми, семьей, хорошей старостью. Она может даже уменьшить физическую боль, потому что воздействует на нервную систему и меняет одни сигналы на другие. Может дать позитивный взгляд на жизнь, силу бороться, действовать, видеть смысл. Но так ли важно продолжить свой род? Некоторые люди вообще усыновляют детей и не беспокоятся с рождением. Это хорошая опция. Способность создавать семьи и детей еще и сильно зависит от ситуации в стране, бедности, уровня образования, медицины, идеологии, да и вообще от всего. И роды зачастую не проходят полностью без последствий. Не очень-то важно продолжать собственные гены, потому что глобально мы все один организм. И гены не сильно меняются в одном-двух поколениях. Некоторые из них отмирают, некоторые продолжаются, и в итоге происходит небольшой отбор хотя он полуискусственный, слабые и больные сейчас сильно опекаются, и живут наравне с остальными. Еще возможно, что вскоре уже будут достигнуты успехи в модификации людских генов, чтобы избавиться от плохих предрасположенностей, или от генетических болезней, которые затрудняют жизнь с самого рождения. Да, у нас тут уже не животное общество. Деньги, словно новый вид силы и власти. Если есть профессии и полезные навыки, то будут и деньги, они подразумевают ум и способности к социализации. Порой не хватает этих навыков и концепций. Люди ведь часто делают то, что отдаляет их от окружающих, осудительные поступки и всякое так называемое зло. Есть много причин делать зло. Это может объясняться обстоятельствами, состоянием здоровья, личной историей, психикой, на которую повлияло другое зло. Но Толстой и другие мыслители, психологи, Философы сходятся на том, что все люди в сущности добры, хотя не всегда умеют поступать по-доброму, сами не различают, что хорошо и что плохо, что им помогает и что мешает. Люди, как правило, начинают скопирование поведения окружающих, хотя позже могут изучить некоторые аспекты жизни, начать действовать в них эффективнее и выражать собственную позицию. Зло возвращается к людям. Можно ли говорить о карме? Не существует кармы как какого-то невидимого закона и невидимых нитей, опутывающих всех существ. Но глобально все зависит от состояния. В определенном состоянии с людьми случается больше неприятностей, потому что они сами их притягивают своими желаниями, действиями, реакциями на окружающее, образом мышления, непониманием. Достаточно выйти из этого состояния, и жизнь начнет меняться. Любовь и в этом плане является решением, если получается носить в себе вселенскую любовь действовать с пониманием и добротой, тогда никто не захочет тебе вредить. И даже если захочет из-за собственных заблуждений или отклонений, то ты просто принимаешь это с любовью, она облегчает боль, и это дает урок тому, кто мнит себя противником. Иисус ведь говорил, что лучше подставить другую щеку, но не отвечать злом в ответ на зло. Да. В книге Булгакова он называл всех, даже преступников, добрый человек. Это и есть состояние вселенской любви, которое в даосизме называется Д, отчасти искаженное восприятие мира, но оно в конечном итоге правильное и полезное. Д описывается как добродетель, и наилучший способ существования, оно же называется бодхичита в буддизме, любовь ко всем существам. Невозможно быть счастливым в старости и одиночестве, если нет этого чувства. Все, что нужно людям, это любовь. Хотя не следует забывать про государство и юридические аппараты для защиты близких и перевоспитания злодеев. Вопрос, наверное, в том, как достичь такой вселенской любви и развить ее в себе. Думаю, что надо начинать с правильного понимания и взгляда на вещи, осознавать свою полную связь со всем окружающим и зависимость от того, что происходит вокруг. Нельзя добиться чего-то в одиночку, нельзя даже выжить в одиночку. Нужно избавиться от эгоизма и решить для себя, как ты хочешь действовать в этом мире и какое послание можешь нести. В конечном итоге, чем больше пользы ты приносишь окружающим, тем лучше будет и тебе, хотя надо учитывать социальный и государственный строй жизни и действовать соответственно. В каждой области можно встретить человека, полного любви, и как правило это будет эксперт в ней. Он приносит что-то позитивное и разрешает трудности в той мере, которая ему подвластна. Он обладает тем, что называется высшим или глубочайшим дев Трактате Адао. Да, рождает вещи, Д. Да, вскармливает их, взращивает их, воспитывает их, совершенствует их, делает зрелыми, ухаживает за ними, поддерживает их. Создавать и не присваивать, творить и не хвалиться, являясь старшим, не повелевать вот что называется глубочайшим Д. Да. Еще выделяют понятие низшего Д. Да, человек с высшим Д. Да, не стремится делать добрые дела и становится добродетелен, не имеет стремления, и осуществляет то, что естественно а человек с низшим Д постоянно хочет совершать добрые дела, но не может быть добродетелен, он предприимчив, но его действия не натуральны. Не кажется, что это была слишком холодная зима. Говорят, что счастливые люди не замечают перемены времен года, но да, было порой слишком холодно. Снег лежит до сих пор. Как выразилась одна писательница, зима – это время для покоя, приятной пищи и теплоты. Дружеских прикосновений и беседу огня ⁇ это время для домашнего очага, а весна ⁇ пора любви. Мне кажется, что влюбленность циклична, как и многие другие вещи в природе. Они приходят, уходят, вспоминаются и забываются. Пожалуй, даже в течение дня возникают разные состояния, и большинство из них не уникальны, а уже когда-то повторялись. Люди словно заложники своих эмоций и случайных гормональных всплесков. Думаю, что эмоции не нужно отрицать или скрывать, но к ним можно найти разный подход. Какой-то будет позитивным и полезным, а какой-то деструктивным. Влюбленность связана с продолжением рода, и ее цикл не такой уж частый. Полагаю, что она приходит раза два-три в год. Должно быть по-разному, в зависимости от возраста и обстоятельств. Мне кажется, что и объекты для влюбленности выбираются просто, из тех, кто доступен и кто находится поблизости. С началом влюбленности могут начаться и разные неприятности. Да, люди ведь находятся в разных состояниях. Любящий стремится к кому-то, а другой этого не понимает и может воспринимать как неприятную неожиданность. Да, порой нет особого дела до этих знаков любви и внимания. Но ведь это вызывает стресс, о котором мы говорили. Возможно, надо выделить такому человеку какое-то время и дать понять, что ничего не получится, если, конечно, это действительно так. Порой люди еще и не выражают свои чувства и намерения достаточно понятно, чтобы можно было догадаться, что с ними происходит. Но вообще да, можно сказать что-то типа, я ценю и понимаю твои чувства, но уже состою в отношениях, или не ищу партнеров по определенным причинам. Иногда в таких случаях девушки устраивают игру в молчанку и дают неясные сигналы, чтобы вызвать к себе больше интереса. Да, но это какая-то форма обмана и неуважения, в этом есть и ненужный эгоизм и желание придать себе важности или добавить самооценки. Но нельзя чувствовать себя важным человеком, если ты вызываешь стрессы в окружающих. Люди вполне могут быть полноценны сами в себе, без каких-либо подтверждений извне и знаков любви. Лучше будет подумать об окружающих и их эмоциях. Новые партнеры нужны не всем и не всегда. Может быть и так уже есть семья. Семейные отношения часто не имеют ничего общего с любовью. Но думаю, что ситуация с этим еще может измениться в ближайшие столетия. Есть такая юмористическая зарисовка, в которой мужчина вызывает жену на час, думает, что с ней можно заняться сексом, но она говорит нет, это не ко мне я жена на час, могу вынести мозг, позвать маму к нам, картошки приготовить. Ну, либо завести себе любовника и прятать его в шкафу. Часто семья начинается с влюбленности одного или обоих людей а потом они решают, что могут позволить себе детей, и это уже связывает их экономическими отношениями. Да, детей обязаны поддерживать и содержать оба родителя. Хотя часто из-за конфликтов между ними уже не остается никакой доброты и даже терпимости друг к другу. Надо уметь разрешать конфликты. Но действительно постоянно происходит очень много разных ситуаций и возникает эмоций. И их зачастую нельзя предвидеть и как-то подготовиться. Возможно, мы сможем рассмотреть некоторые из них вместе. Можно попробовать поговорить о том, что происходит у нас или окружающих. Но я не какой-нибудь мастер-психолог. Ты мудрее, чем может изначально кому-то показаться, даже тебе. Не думаю, что я всегда в хорошем состоянии. Но порой можно сконцентрироваться и действовать как-то оптимальнее, чем обычно. Концентрация, медитация, созерцание. Проблема, наверное, в том, что в семейных отношениях мы действуем круглые сутки во всех состояниях, и нельзя постоянно быть медитативными. Пожалуй, что так. Возможно, идеальная поддержка должна заключаться в том, чтобы различать состояние партнера и понимать, что им управляет в данный момент, и подбирать подходящую ответную реакцию. Слова, сказанные с горяча, могут и не иметь особого значения. Ведь позже состояние меняется, наступает новый этап, и человек мыслит в другом ключе. И тогда вопрос будет в том, есть ли рядом еще сильное плечо, на которое можно будет опереться и попросить прощения, или же никого уже не осталось. Люди, конечно, разные, и не все могут хорошо сочетаться и переносить выходки друг друга. Время, проведенное вместе, может дать понимание о совместимости. И желательно, чтобы это были не только свидания, но и совместная жизнь, если есть планы перейти к этому в будущем. Наверное, нельзя ожидать, что человек будет меняться. И если что-то не нравится, то лучше сразу отказаться от этой идеи. Да, вряд ли кто-то будет сильно меняться, а еще в семейной жизни мало времени для совершенствования, да и работа может его отнимать. Ведь мы никогда не проходили такой тест на совместимость, хотя вроде бы неплохо общаемся. Но мы и не проводим вместе слишком много времени, чтобы можно было начать конфликтовать. Мы совместимы в том, чем занимаемся, и этого вполне достаточно. Место конфликта можно найти в других отношениях. Вероятно, мне надо наладить отношения и разрешить некоторые ситуации. Мы начинали в тех условиях, когда нельзя было избежать множества ошибок, но сейчас есть возможность и время, чтобы постараться устранить их последствия. Ты порой вдохновляешь меня сделать что-нибудь хорошее. Можно многого добиться, если захотеть. Одиночество популярное явление. Да, или тебе подумалось, что я одинокий человек? Можно испытывать одиночество даже когда рядом много людей, сейчас появляются и министры по делам одиночества. Думаю, что некоторые люди даже были бы рады немного побыть одни, но это уже называется уединение. Можно быть наедине и не испытывать одиночество, а можно быть в толпе и быть одиноким. Одиночество описывается как недостаток какого-то социального взаимодействия или отсутствие перспектив к этому в будущем. Без общения с тобой мне могло бы стать одиноко, потому что к этому есть привычка и склонность, и никто другой не сможет это заменить, по крайней мере, поначалу. В сериале Хороший доктор есть одна показательная сцена. Женщина сильно любит своего мужчину, но решает с ним расстаться. Но зачем расставаться, если она его любит? потому что он хочет детей, а она решила отказаться от родов и готова только на усыновление. И тогда она хочет позволить ему быть с кем-то другим, чтобы дать возможность продолжить свой род и избежать сожалений в будущем. Они еще не расстались находятся рядом, но она уже чувствует одиночество и грусть, потому что решила, что это произойдет в будущем. Тогда может быть к этому подмешивается скор, печаль и еще что-то. Да, расставание с человеком может запустить целый спектр связанных с этим эмоций и явлений. Да и отказ от рождения детей не означает, что люди должны разойтись навсегда. Если они ценят друг друга, привязаны, то могут общаться, жить вместе и, возможно, рассмотреть другие опции вместо разрыва. Моногамная модель отношений создает проблемы на ровном месте. Так люди, находясь в идеальных отношениях, могут решить, что им надо расстаться. Стив Дак в 2011 году описал, что после разрыва отношений может понадобиться пройти и через такие продолжительные этапы, как наведение порядка в воспоминаниях и восстановление чувства собственной социальной значимости. Да, можно, пожалуй, испытать некоторый дискомфорт, если тебя бросает близкий человек, с которым была тесная связь и доверие. Ведь это может означать, что ты что-то делаешь не так, неправильно понимаешь происходящее, зря совершаешь усилия или же что ты вообще не способный человек, которого не могут терпеть близкие. Есть и другие способы все решить, не бросая человека, можно просто жить раздельно, если при совместном проживании начинаются конфликты. Можно попробовать переждать, не встречаясь несколько месяцев или лет, чтобы проверить, куда дальше пойдут отношения. Ведь можно общаться без встреч, поддерживать связь через сеть, это может сделать разрыв более мягким, если он вообще должен будет состояться. Небольшой период раздельной жизни может вызвать и тоску, когда человек скучает по-другому, но также и дать время взглянуть на вещи в новом свете, лучше понять происходящее, пересмотреть, обратиться к психологу, разобраться в себе и успокоиться. Некоторые люди много раз расходятся и сходятся. Иногда нужно какое-то время, чтобы все понять. Может быть, людям еще суждено прожить вместе всю оставшуюся жизнь. Есть еще такой термин, как родственная душа, человек, к которому чувствуется глубокая и естественная близость, что подразумевает легкое сходство интересов, возможную любовь, дружбу, сексуальное влечение, всякую совместимость и доверие. Хорошо было бы иметь все это в одном, но это редко когда получается. Поиск такого человека может означать поднятие планки слишком высоко, хотя такие отношения могли бы оказаться долговечными. Влюбленность все-таки будет возникать периодами, и тогда человек сам потянется к другому, даже если это будет далеко не родственная душа. Есть тенденция состоять в каких-то отношениях и заполнять пустое пространство. Думаю, что часто одиночество и неспособность найти близких связаны с какими-то неправильными установками, которые не позволяют развивать глубокие и доверительные отношения люди социальные не должны быть одни, но мало кто сможет терпеть всяких зануд, критиканов, циников, раздражительных и гневающихся личностей, лицемеров, подлецов, есть достаточно хороший список разных черт характера, и мы можем попробовать избавиться от одних и развить в себе другие. По большому счету вселенская любовь и доброта к окружающим уже могут избавить от многих вредных побуждений. Мне думается, что одиночество – это симптом, а не причина проблем. Люди портят отношения с окружающими а потом удивляются тому, что становятся одиноки. Если какое-то чувство становится хроническим и мешает жить, то всегда можно и по-другому посмотреть на ситуацию, отстраниться от своих чувств и просто созерцать то, как сменяются внутренние состояния, подобно тому, как сменяются времена года. Но если одиночества возвращаются слишком часто, то можно найти и какой-нибудь выход, познакомиться с соседями, завязать новые связи, заполнить чьем-то жизнь. Есть по поводу этого неплохой фильм. Вторая жизнь уве, где пожилой человек, оставшись один, нашел себе новый смысл жизни, устанавливая случайные контакты с окружающими. Да, мы все-таки социальные существа. Я никогда не оставлю тебя в одиночестве. Ты знаешь, что тоже можешь рассчитывать на мою поддержку. Ревность. Ревность и предательство. С чего все начинается? Ревность порой может переходить все разумные границы. Ревность вызвана недостатком внимания, при том, что его получает кто-то другой, или же так только кажется. Человек, который испытывает ревность, может даже ограничивать контакты партнера, следить за кругом общения, переписками, разговорами, чтобы убедиться, что никто другой не получает излишнего внимания. Да, это уже какая-то одержимость, за которой, вероятно, кроется страх и неуверенность. Надо понимать, что никто никому не принадлежит, все люди свободны быть там, где захотят, и также свободно в любой момент прекратить отношения, если они им не нравятся. Можно разойтись, даже если это семейные отношения с детьми. Нельзя заставить себя любить другого человека, и ревность может только отдалить людей и способствовать разрыву. Да, некоторые люди не могут долго поддерживать нормальные отношения но есть по этому поводу достаточно новые исследования из университета Стоуни Брук, которое показывает, что чувство, аналогичное влюбленности может сохраняться не только 1-2 года, как это считалось ранее, но и 10-20 лет, но это происходит примерно у 10% пар. Значит, что все-таки можно найти себе идеального партнера? Да, продолжительная любовь в здоровых отношениях может давать ту же самую награду, на уровне нейрохимии, как первоначальная влюбленность. Но большинство пар живут без любви и начинают заигрывать с окружающими, чтобы избавиться от пустоты и одиночества. Порой может быть приятно осознавать, что ты кому-то нравишься, даже если уже состоишь в отношениях. Нравится кому-то достаточно естественно, и это нельзя ограничить. Вопрос в том, что мы выбираем с этим делать. Некоторые подходы могут быть достаточно позитивными, а другие могут умножать скорбь и печаль. Что предлагаешь делать ты, Думаю, что многие проблемы вызваны моногамной моделью отношений, которая противоречит природе и порой делает прекрасные вещи ужасными. Любовь ведь является очень позитивным чувством, и она вызывает эйфорию, если не отвергается вовлеченными в нее участниками. Но не каждая пара согласилась бы участвовать в полиаморных отношениях. Можно обойтись и без этого, и наладить отношения, убрать все лишнее и прийти к нормальной и чистой любви. Но также и нельзя ограничивать контакты с окружающими, потому что существует естественная потребность в общении, социализации, добрых отношениях и любви, причем не всегда романтической. Здоровая социальная жизнь и добрые отношения сами по себе могли бы сделать многих людей счастливыми. Да, и когда человек ищет что-то на стороне, то это скорее индикатор того, что он не получает этого внутри. Это не надо скрывать. Часто люди сохраняют лишь видимость верности, ревнуют, мучаются из-за недостатка внимания, ищут любви в окружающих, нанимают проституток, заводят любовников, чтобы заполнить пустоту. Невозможно долго сохранять видимость хороших отношений и обманывать людей постоянно. Такой обман потребовал бы и неимоверных усилий. Потому что понадобится не только скрывать то, что происходит, но и уделять мнимые знаки внимания супругам, когда не хочется этого делать. Чувство юмора подразумевает умение позитивно смотреть на разные жизненные ситуации, и любовники в шкафах стали заметной частью юмористической культуры. Это чувство связано с умением обнаруживать противоречия, и поэтому мне нравится юмор, но он достаточно сильно отличается в разных странах. Есть даже такие редкие пары, которые наслаждаются тем, что их партнер вступает в связь с другими людьми и смотрит на это. К примеру, это может быть пара людей в возрасте 80 и 40 лет когда их физические потребности и возможности явно не совпадают. Да, но они хотят наслаждаться жизнью и позволять это партнеру. Есть разные подходы к этому всему. Некоторые люди приходят к тому, что им нужен открытый брак, заводят любовников, и следуют принципу «не спрашивай, не сообщай». Легкий флирт или даже секс может быть не предательством, если это происходит по предварительному согласию. Да, мне вспоминается еще одна предпосылка для разрыва отношений, это разность в привлекательности партнеров. К примеру, если женщина слишком красива и нравится многим людям, то это может вызывать деструктивные чувства в некрасивом муже, который видит в этом угрозу и боится, что она от него может уйти, хотя она, возможно, даже не думает об этом. Но все сильно взаимосвязано. Чувство неполноценности может привести к тому, что человек замыкается в себе. Это, в свою очередь, может привести к тому, что партнеру не хватает внимания. А это уже может привести к тому, что создаются неожиданные связи, чтобы восполнить пустоту. Так много разных элементов в отношениях, что сложно учитывать все сразу и действовать сообразно. В целом, чувство счастья может быть каким-то индикатором. Если человек счастлив и чувствует легкость, то есть вероятность, что все идет хорошо. Если нет, то можно попробовать найти причину. Такие вещи надо решать совместно и открыто обсуждать в отношениях потому что причины и решения может быть найти непросто. Опытные психологи могут с этим помочь. Большая разница в возрасте тоже является одним из факторов для расторжения отношений. Можно продолжать такие отношения, но они могут быть немного необычными. Биологическая активность и циклы у людей могут отличаться, и им может понадобиться договориться о том, как они представляют себе совместную жизнь. Во всех случаях нельзя ограничивать связи с окружающими и заставлять людей жить в своем маленьком и унылом мире. Нужно иметь возможность избавиться от чувства одиночества и иногда получать знаки внимания, если их не может или не хочет делать партнер. И даже если люди не хотят или не могут об этом договориться, можно ожидать, что они получат то, чего им не хватает. Да, желание заполнить пустоту сильнее, чем искусственные принципы моногамности. Хотя некоторые мусульманские страны могут иметь настолько строгие правила, что женщинам становится очень трудно иметь любовь на стороне и остается только жить в мучениях. Если любовь такое позитивное чувство, то что делает ее деструктивной? Она может причинять ненужную боль, если люди неправильно ее воспринимают и отвергают. Может показаться, что любовь и влюбленность существуют исключительно для продолжения рода, но это далеко не так. Один вид любви легко преобразуется в другой и это в конечном итоге может означать просто доброе отношение к человеку. Секс, в конце концов, происходит не более чем два раза в день, и требует определенного стечения обстоятельств, которое возникает не так уж часто, а любовь скорее подразумевает социальное взаимодействие, которое происходит постоянно. Бурная и чувственная любовь может легко превратиться в дружескую и родственную любовь, а также и наоборот. Да и родственная любовь, пожалуй, может преобразиться в страсть. Так, дети иногда подвергаются сексуальному надругательству своих родственников. В некоторых странах существуют большие проблемы с контактами, люди считают себя важными и отрицают свои чувства, боятся подойти к окружающим и выразить слабость. Это как раз создает в них ощущение одиночества, потому что они не могут преодолеть себя и рассказать о желании быть с кем-то рядом или общаться с ними. Но мы социальны, и даже очень социальны по своей природе. Можно опять же вспомнить сериал «Хороший доктор», он как будто не просто так носит такое название, а призван излечить общество от некоторых болезней. Там люди часто говорят о своих чувствах и даже не боятся проявлять их по отношению к аутистам, типа главного героя. Это все впечатляет. У меня даже нет слов, одни эмоции. Чувства, если их использовать правильно, могут сделать жизнь прекрасной. Чувства или же эмоции? Вроде бы очень похожие слова, хотя их и различают. Еще выделяют ощущения. Это все малоизученная сторона жизни, нейронная активность. Даже любовь понятна не всем, и по поводу нее существуют разные теории. Думал, что любовь является составным чувством. Люди ведь иногда говорят, я тебя так сильно люблю, что никому не отдам. Да, но это уже скорее два разных чувства, которые смешиваются и воспринимаются как одно. Другие люди, наоборот, готовы идти на жертвы ради блага своих близких. Бывает, что и привязанность принимает самые ужасные формы, когда супруги ненавидят друг друга, занимаются психическим и физическим насилием и называют это любовью. Есть много заблуждений и юмора по поводу любви. Вот, например, ⁇ Люблю быть женатым, ведь так приятно иметь человека, которого ты будешь нервировать всю оставшуюся жизнь ⁇ Или говорят ⁇ Если любишь, то докажи, и сделаешь что-нибудь. Это уже какая-то эксплуатация. Конечно, все по-разному подходят к жизни и отношениям, но даже если что-то сделаешь для таких людей, то можно ожидать новых требований в будущем. Торговля в отношениях: я тебе то, ты мне это. Так, наверное, и начинают дарить айфоны всяким эксплуататоршам, хотя если рядом нет никого другого, то потянет и на них. Разобраться в эмоциях и чувствах было бы полезно. Понимание своих и чужих внутренних процессов может даже в корне изменить привычки и саму жизнь, сделать ее более счастливой. Уже достаточно давно известно, что люди руководствуются чем-то большим в повседневной жизни, чем простые инстинкты. Есть разные теории и попытки объяснить психические процессы, и некоторые из них даже противоречат друг другу. Можно рассмотреть одну из них. Эмоции называются базовыми реакциями, измеримыми с помощью приборов и они схожи у всех людей других животных, и особей. Чувства же считаются индивидуальным результатом восприятия эмоций, и они зачастую отличаются у каждого человека, но между ними есть связь, и одни могут вызывать другие. Эмоции играют в теле, чувства играют в разуме. Можно, наверное, сказать, что чувства более благородны по своей природе. От того, как происходит интерпретация эмоций, человек становится либо подлым злодеем, либо благородным мужем. Говорят, что разные миллионеры и влиятельные люди испытывают те же самые эмоции, но просто лучше ими управляют. А еще люди в разных регионах могут заметно отличаться. Поведение и реакции многих мусульман мне зачастую совершенно чужды. Другая культура, другое воспитание, хотя те же базовые эмоции. Бывает сложно разобраться в собственных чувствах. Потому что они все в итоге смешиваются и воспринимаются как одно, хотя являются результатом сложных процессов, которые мы в себе часто не контролируем и даже не замечаем. Можно порой услышать что-нибудь про контроль чувств, но не все понимают, что такое чувство ⁇ это ведь не органы восприятия, а скорее разные ментальные состояния и реакции. И их можно в себе контролировать? Да, можно самостоятельно их в себе менять, связывать эмоции с событиями и разрывать эти связи, менять чувства по отношению к одним и тем же явлениям, совершая мысленные усилия. Это все называется нейропластичность, которая сейчас не очень широко известна. Конечные результаты зависят от разных установок, стереотипов, традиций, привычек. Брендинг и реклама во многом призваны создавать ассоциации у нас в головах. Мы связываем эмоции или чувства с товаром и начинаем его покупать. Либо считаем, что какой-то предмет наделяет нас особым социальным статусом и делает более значимыми в глазах окружающих. Да, это может быть важно. Если мы живем в своей нервной системе, то будет полезно знать о ее возможностях и принципах. Пропаганда тоже призвана создавать определенного рода связи, которые не всегда полезны и конструктивны. Это, в сущности, манипуляция с психикой и вмешательство в тело человека. Нейроны настолько же реальны и ранимы, как и остальные части тела. Ну да. Когда люди ругаются, они часто пытаются затронуть слабые стороны психики друг друга, вызвать стыд. Вину, страх, отвращение, или еще что-нибудь такое. С помощью самоконтроля и правильного отношения к вещам вполне можно обрести непоколебимость и избавиться от слабостей. Контроль чувств и эмоций. Хотя обычно в этом нет необходимости. Даже эмоция привязанности может вызывать в ком-то отвращение из-за неудачного опыта в прошлом. У всех, наверное, был опыт неудачной любви. Есть и хит на эту тему вот из лав. Да, принципы того, как создается привязанность, хорошо изложены в маленьком принце. И там же говорится, что мы в ответе за тех, кого привязали к себе. Но для хороших отношений порой нужна не только эмоциональная, но и некоторая социальная совместимость. Разный социальный статус или осуждение окружающих могут создавать проблемы в отношениях. Еще может быть важна равная вовлеченность в происходящее, исходство стремлений. Можно вспомнить мультфильм про принцессу Жасмин и Аладдина. У них было много общего, и они в итоге преодолели все препятствия, даже отменили закон, запрещающий браки с простолюдинами, и смогли быть вместе. Мне нравится высказывание ⁇ быть хорошим мужем ⁇ это примерно так же, как быть хорошим комиком. Нужно 10 лет, чтобы можно было назвать себя начинающим. Часто бывает, что нет времени разбираться в своих чувствах и заниматься анализом. Для этого хорошо было бы иметь какое-то личное время каждый день. Медитация, возможно, как раз призвана помочь в этом. Медитация, молитва, или простое созерцание точки перед собой, есть разные практики. Иногда люди перестают разговаривать и погружаются в молчание, чтобы лучше разобраться в себе. Да, хотя сейчас это не часто можно встретить, обычно приходится общаться достаточно много. Но, как переводили Лао Цзэ, тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну, а кто имеет страсти, видит только внешнюю форму. Значит, познай себя. Нельзя быть довольным окружающим миром, если не находишься в мире с собой. Есть одна история про то, как в 18-летнем супружестве у женщины выработались некоторые привычки, от которых потом понадобилось избавляться несколько лет. Ее муж был достаточно жесток и невнимателен. Она со временем научилась бояться его и всех его действий. И даже после развода он продолжал совершать на нее нападки выдвигая ложные юридические обвинения и таская по судам. Дело дошло до того, что даже письмо по электронной почте вызывало в ней страх, учащенное дыхание, под которые позже переходили в опасения и тревожность. Потребовалось много лет после развода, чтобы эта женщина начала постепенно меняться, жить более вдумчиво и открывать новые возможности. Она смогла перестать безотчетно реагировать на его выходки, и начала отбирать те чувства и ощущения, которые хотела испытывать. Атаки продолжались, и она добилась определенных успехов в самоконтроле. Но часто у нее все равно возникало учащенное сердцебиение, когда приходили какие-нибудь сообщения. Было ощущение того, что тело непроизвольно предавало ее. Эмоции страха продолжали появляться, но она делала сознательные усилия, и указывала себе, что надо чувствовать и как себя вести. Со временем она смогла изменить себя, овладеть этим в совершенстве и прийти к полному спокойствию и счастью. Это хорошая иллюстрация контроля чувств. Свое сознательное усилие всегда можно вставить в процессы мышления, в промежутках между эмоциями, чувствами и окончательными действиями и тем самым направить свою жизнь туда, куда захочется. Надо будет подумать над тем, в каком направлении захочется двигаться мне. С помощью совершенного контроля можно, наверное, даже ощущать полное спокойствие и счастье, когда источник проблем находится рядом с тобой. Хотя к этому сложнее прийти, если нет времени для медитации. Все пройдет. И это тоже пройдет, Соломон. Еще говорят, что если ждать достаточно долго, то все враги умрут сами. Люди неизбежно умирают, а вместе с ними умирают и их мысли. Иногда надо смотреть на вещи более масштабно. Во все века происходила какая-то глупость. И каждый из глупых людей считал себя важным и думал, что делает все правильно. Мелкие конфликты могут не иметь особого значения, потому что у нас у всех тут большие проблемы. В целом, да, люди погибают каждый день из-за какого-то идиотизма, а порой даже убивают других или посылают их на смерть. Еще есть за что побороться. Общество и государство не меняются быстро. Можно ожидать больше порядка лет через 400. Но все начинается с новых идей. Принятие их как естественных и не требующих вопросов. Сейчас появляется много хороших концепций, и они получают свое распространение. До сих пор происходит много войн или случаев насилия, но мне бы не хотелось участвовать в войне. Я пацифист. Иногда людей освобождают от службы по религиозным соображениям. Думаю, что быть пацифистом должно быть вполне достаточным основанием. Я тоже пацифист. Сейчас я понимаю, что это было во мне с детства, никогда не хотелось бить или трогать незнакомых людей. Даже если и происходили какие-то драки, то из-за накала страстей, ругани с кем-то из знакомых, и для того, чтобы освободиться от накопившихся эмоций. Детские драки вряд ли когда-то приводят к смерти или серьезным повреждениям. Даже если мне придется участвовать в боевых действиях, я просто откажусь кого-нибудь убивать или причинять вред. Да и люди на войне не склонны убивать других, если сталкиваются лицом к лицу. Большинство убийств происходит с применением какого-то дистанционного оружия. Участники военных действий часто меняются, когда возвращаются домой, после того, как видят трупы, страдания и смерть. Это может создать некоторые психологические проблемы. Часто люди готовы выполнять преступные приказы, потому что зависят от зарплаты и денег. Да, люди живут от зарплаты до зарплаты. Если бы каждый мог быть уверен, что будет обеспечен всем необходимым, то можно было бы ожидать рассвет морали и нравственности. Умер Стивен Хокинг. Он был идеальным образцом человеческого сознания без лишних воздействий. Он пришел к выводу, что каждый момент времени может иметь ценность, и нужно действовать прямо здесь и сейчас. Он искал ответы на глобальные вопросы, путешествуя в своем собственном сознании по Вселенной. Он имел масштабный взгляд на планету и человечество. Он беспокоился о том, как прокормить всех людей и обеспечить их чистой водой, защитить следующие поколения и климат. Он надеялся, что знающие люди в будущем смогут решить подобные вопросы, и думал о благе каждого человека. Он считал, что мы все неизбежно двигаемся в будущее, и нужно работать над тем, чтобы сделать его прекраснее. Но в то же время понимал, что все это было бы бессмысленным без любви близких ему людей. И потеряла бы какую-то важную составляющую. Есть одна песня о любви у Флеор. Пожалуйста, будь моим, пожалуйста, будь моим смыслом. Мы одни на целой земле, в самом сердце моих картин. Целый мир придуман, целый мир придуманных истин. Я нуждаюсь в твоем тепле, я хочу быть смыслом твоим. За окном кто-то плачет, кого-то зовут. Торопливо чьи-то шаги, дождь как шорох страниц. Без тебя бессмыслен и весь мой труд. Музыка и стихи. Шум дождя и пение птиц. Великая работа происходит внутри сознания. Я люблю тебя. У меня было время разобраться в чувствах, и появилось несколько интересных мыслей. Теперь я могу это сказать. Думал, что тебе, возможно, захочется об этом знать. Но это не значит, что мы должны встречаться или быть вместе. Чувство загадочная штука. И не думаешь, что открытость в этом вопросе делает тебя слишком уязвимым человеком или может привести к снижению интереса. Я могу тебе доверять, и не боюсь этого. Это старые стереотипы о том, что любить можно только того, кто недоступен. Они пришли из художественной литературы, и люди, которые так считали, плохо понимали чувства. Ведь любовь разнообразна. Можно любить человека как друга, как партнера, или просто как личность, испытывая при этом влечение, или же нет. В разное время у меня появлялись какие-то из чувств а позже могли пропадать, они не постоянны. Можно радоваться тому, что человек счастлив с кем-то другим, а можно ревновать. Полагаю, что можно говорить о любви к человеку, если с ним связывается много разных эмоций, и не все из них должны быть положительными. Да, иногда мы любим и ждем, иногда мы любим и радуемся, иногда мы любим и ревнуем, сожалеем, проявляем интерес, удивляемся, гневаемся, беспокоимся, надеемся, и все это тоже любовь. Незачем ограничиваться одной страстью, похотью или пытаться казаться загадочным человеком, создавая ожидания и интригу, ведь есть много других прекрасных возможностей для взаимодействия. Но порой люди недостаточно о них знают, чтобы пользоваться их полным спектром. Не получится долго удерживать отношения на одной интриге, если внутри ничего на самом деле нет. Люди читают дурацкие журналы и получают оттуда какие-то советы о том, как жить в обществе и привлекать к себе внимание. Но мы можем делать намного больше, и я понимаю это благодаря тебе. В некотором роде все зависит от чувств, и это важно не только в делах любви, но и в деловых отношениях. Всегда можно найти место ненависти, ярости и гордости, но они никому не помогают. Есть принятые эмоции и проявления для деловых отношений. Есть эмоции для любовных и семейных отношений. Есть эмоции для отношений с детьми и родителями. Да, нельзя их путать и внезапно проявлять похоть, где попало, как это иногда делают люди, наделенные небольшой властью. С этого дня я отвергаю ненависть, ревность и разные другие беспокойные ощущения. Конечно, они могут возникать, и тогда мне понадобится найти и убрать их причины. Но, в общем, надо будет постараться себя контролировать и не подвергаться ненужному воздействию. Почему люди боятся говорить о таких вещах? Потому что другие могут подумать, что любовь означает обязанность заниматься сексом или жениться, или же что это создает какую-то уникальную связь. И теперь надо бросить всех близких и быть вместе. Но это не так. Нам говорят, что нас любят, а мы в ответ оцениваем людей и решаем, можем ли мы как-то использовать их в своей жизни. И тогда мы думаем, ну нет, ты недостаточно красивый или недостаточно богатый. И тогда говорим, иди-ка ты лучше подальше со своей любовью. Тут, наверное, проблема в самом человеке который не готов к любви, в котором нет понимания чистых чувств и возможностей. Человек порой воспринимает мир по-своему, может находиться на другой волне, и его психические процессы могут не позволять делать некоторые вещи. И это вполне реальные и физические ограничения, которые можно измерить, если разобрать нервную систему и рассмотреть ее историю. Иногда с людьми действительно нет смысла говорить откровенно, если они мыслят в ограниченном спектре и показывают какую-то порочность в поведении, обнажая этим узость своей психики. Думаю, что и такие люди находят любовь и связывают себя отношениями. У каждого должно быть свой путь. Плохое понимание предмета все же не позволит действовать так эффективно, как это возможно. Лучше будет найти новые пути, хотя на это может уйти много времени. Психика в плохом состоянии действует крайне неэффективно, и зачастую может вызывать лишнюю боль и приносить вред окружающим, хотя часто такие вещи не считаются болезнью или преступлением, и поэтому не регулируются. Вполне можно любить и такого человека в правильном ключе, даже если он тебя отвергает. Любить и ожидать изменений к лучшему. Да. В какой-то момент человек сам захочет избавиться от всего, что ему мешает. И надо будет только предоставить методы. Мужчины и женщины все-таки хорошо дополняют друг друга. Для кого-то это могут быть мужчины и мужчина, но в общем можно заметить какую-то неполноту в себе. Мужчины и женщины почти одинаковы от природы, и различия в поведении возникают в основном от воспитания и культуры. Мы социальны и в целом призваны действовать рука об руку, а не в одиночку. Смысл жизни и деятельности во многом появляется, когда есть вторая половина. Это словно иниян, которые друг друга дополняют и взаимно соотносятся. Иниян в даосизме, Пуруша и Пракрити в индуизме, Анима и Анимус по Юнгу. Но в реальности это не просто мужское и женское начало, а что-то более многогранное. В каждом человеке есть много проявлений, и они часто дополняются какими-то качествами других людей, при том, что не все из них могут быть найдены в одном партнере. Поэтому и отношения могут быть многосторонними, более естественными и чистыми. Спасибо, что ты есть, и так чудесно меня дополняешь. Спасибо и тебе. Иногда может понадобиться защищать своих близких или изучать методы самообороны. Но вряд ли человек может кого-то защитить. Кто-то имеет больше способностей к этому, а кто-то меньше. Порой можно встретить и психологическую защиту. Приходится приспосабливаться к тому, каковы настроения и нормы в обществе и вести себя соответственно. Если кругом какие-то подонки, то приходится действовать в понятном им ключе. Если правда становится опасной, то люди начинают больше врать. Если молодой человек нападает на старика, то должен ли тот себя защищать? Если двое мужчин нападают на женщину, то должна ли она себя защищать? Спланированные атаки могут еще делаться с применением оружия и методов, которые дают преимущество. Один человек не может никого защитить. Это скорее задача общества и государства. И тогда остается только принять судьбу и умереть от рук нападавших. Какие-то ведомства постоянно работают для защиты людей. Человек где-нибудь оказывается в неадекватном состоянии, начинает представлять опасность, и тогда на это место вызывается полиция но в каждом случае приезжают не менее двух подготовленных и зачастую вооруженных сотрудников. Вспоминается как раз недавнее отравление Скрипаля, для разбирательства в этом деле подключили более 500 человек. Да, отец и дочь спокойно гуляют в небольшом и тихом городке в отдаленной стране, а кто-то решает, что их надо убрать и осуществляет отравление. Обстоятельства пока что выясняются, но все это связано с работой в разведке. Никто не в силах себя защитить, Хотя можно попробовать привлечь внимание окружающих. Преступники всего боятся, хотя могут компенсировать это созданием какой-то извращенной картины мира, в которой чувствуют себя комфортно. И тогда про них говорят, что они потеряли связь с реальностью. Именно так. Вот еще из Лаутзы: когда в стране существует понимание дао, лошади удобряют землю, когда оно отсутствует, снаряженные лошади стоят в ожидании боя. Похоже, что у меня образовался порочный круг, из которого я не могу выбраться. Бывало такое, что присутствие человека рядом может уже вызывать какие-то эмоции, которые не позволяют вести себя нормально. А такой человек видит, что ты ведешь себя ненормально, и это тоже создает в нем негативную реакцию. И это в ответ усиливает твое состояние. Надо иногда уметь разорвать порочный круг. Может быть, просто перестать реагировать на все ощущения внутри себя. Отстраниться от всего, что происходит. За всем стоят внутренние процессы, эмоции, рефлексы, реакции, которые могут сидеть достаточно глубоко и быть устойчивыми. Я понимаю, но все равно это практически невозможно сделать. У меня есть некоторые идеи нормального поведения и отношений, но не имею ни малейшего понятия, как можно из одного состояния прийти к другому. Актер Серебряков как-то сказал, что умение терпеть чужую глупость ⁇ очень хороший навык успешные люди и разные миллиардеры, когда находятся рядом и дают интервью, заставляют чувствовать своих собеседников комфорт и легкость, и не пытаются казаться важными шишками. Возможно потому, что они хорошо разобрались в эмоциях и чувствах, и знают, какие из них помогают и какие мешают жить. Билл Гейтс прост, не носит дорогих часов и не ездит на дорогих машинах, Каждый год советует какие-то книги, которые ему понравились, делает много благотворительности и говорит, что надо защищать бедные слои населения и брать больше налогов с таких людей, как он. Стрессы вредны для здоровья и психики. Значит, что надо исключить все, что вызывает стрессы. Большие люди заставляют тебя чувствовать комфорт. Маленькие люди стараются тебя терроризировать и вызвать плохие чувства. Но что такого важного могут делать люди, чтобы на это можно было обращать внимание? Любые действия совершаются под определенным влиянием. Можно просто забыть обо всем и начать сначала. Если, конечно, хочется вообще разрешать конфликты и продолжать эти отношения. Нужно победить причину, а не следствие. Для этого даже не обязательно убирать человека, который способствует стрессам. Достаточно реагировать по-другому и не обращать на это внимания, и это уже убирает стресс вполне можно испытывать счастье изнутри, смотря с улыбкой на ту ерунду, которая происходит вокруг. И можно сказать себе я отказываюсь в этом участвовать? Да, люди не особо-то хотят помнить прошлое и не могут удерживать сразу много вещей в голове. Важнее, наверное, внутреннее состояние и эмоции, потому что они как раз будут сильно управлять человеком. Обвинять людей практически не в чем вызывать стрессы в окружающих людях вредно, хотя сейчас это недостаточно регулируется и понимается. Если считать все виды психического насилия преступлениями, то мы все тут должны были бы сидеть в тюрьме. От природы мы несовершенны и часто нужно побеждать зло в себе. Когда возникает какое-то неуравновешенное состояние, можно просто отстраниться от внешних раздражителей и начать внутреннюю работу, начать разбираться в своих чувствах и контролировать эмоции. Но вряд ли получилось бы что-то контролировать, если кто-то лупит тебя кулаками. Люди просто так не лупят других. Если это начинается, значит, что есть напряжение, которое накапливается из-за определенных реакций. Нет беспокойства для психики, нет напряжения. Принятая система наказания и исправления в идеальном варианте подразумевает, что человек помещается в изолированные условия, где у него будет время подумать над своими поступками, и потом отказаться от своей вредной модели поведения. Но насилие над психикой мало регулируется и чаще всего остается безнаказанным. И это как раз приводит к тому, что появляются люди, которые берут в руки оружие и начинают убивать всех подряд, чтобы восстановить справедливость, потому что им некуда обратиться для защиты своих интересов. Думаешь, что это жертва психического насилия? Вероятнее всего, ведь такие люди зачастую ведут себя нормально, и никто ничего не подозревает, они достаточно вменяемы и могут ходить на работу вменяемые люди ничего не делают случайно. Общество отчасти болеет, и это симптом болезни. Иногда вину за разные преступления даже возлагают на жертву, и говорят, что ничего не происходит незаслуженно. Борьба со злом во многом ведется в нас самих. Но если исключить все вредные проявления, не станет ли слишком скучно жить? Не получится их все исключить, потому что система не централизована. Нет даже единого согласия по поводу того, что хорошо и что плохо. Каждый человек решает для себя сам, хотя некоторые признанные вещи могут переходить в законы и распространяться широко. Спасибо, я попробую что-нибудь поменять. Удачи в этом нелегком деле. Бывает ли настоящая дружба между мужчинами и женщинами? Это чаще встречается тогда, когда есть большая разница в возрасте. Но в основном, если считать, что дружба исключает секс, то нет, потому что влечение может играть значительную роль в общем интересе к человеку. У всех может появиться склонность к физической близости. Но это в основном происходит тогда, когда нет другого партнера. Думаю, что взаимодействие лучше разобрать по частям. Любовные отношения обычно связываются только с одним человеком, потому что другие партнеры могут начать конкурировать или ревновать. Но полиаморы отказываются от ревности и других вредных чувств. Можно и радоваться тому, что твой партнер становится счастливее, общаясь с кем-то другим. Человек может начать ревновать, если, к примеру, сам не имеет секса, а его близкий занимается этим. Но и это не обязательно. Может быть, его даже никогда не интересовал секс с этим человеком. Часто можно видеть очень вдохновляющие и счастливые отношения в дружеских мужских или же женских компаниях. Друзья собираются вместе имеют хорошее понимание и оказывают взаимную поддержку, наслаждаются общением, но не хотят заниматься сексом, потому что их просто к этому не тянет. Добрые и предусмотрительные отношения могут поддерживаться не только между двумя людьми, но также и в целых компаниях. Полиаморы чаще склонны встречаться в разнополых компаниях, но добавляют к обычным отношениям понимание сексуальных связей, они а пытаются их игнорировать. Да, ведь всегда можно ожидать, что кто-то начнет испытывать влечение или другие чувства. Если у человека уже есть с кем-то секс, то он не будет искать этого в дополнительных партнерах. По крайней мере, во многих. Да. И секс обычно случается не более чем два раза в день, и даже это требует определенных обстоятельств, которые не всегда достижимы. Когда секса нет ни с кем, человек зачастую готов заполнить это пространство и иметь такой вид отношений. Парни во френд-зоне тоже обычно готовы заниматься сексом. Френд-зона это в сущности и есть настоящие отношения, только проблема там чаще всего в том, что девушка хочет найти себе кого-то иного для долгосрочной перспективы, и поэтому может иметь всевозможную дружбу и близость со своим парнем, но не секс. Может быть, ее просто не тянет на этого конкретного человека. Но в полиамории с этим проще, они занимаются тем, чем хотят вдвоем, а потом могут добавить других людей и заниматься чем-нибудь с ними, не разрывая прошлую связь. Да, все будет зависеть от того, какие будут возникать склонности. Может быть кто-то захочет семью и детей. Тогда они создают семью и детей, хотя опять же поддерживают добрые отношения с остальными людьми и порой готовы им по-всякому помогать. И тогда можно представить, что кому-то захотелось близости, и он приходит к ним в гости, и они все занимаются сексом. Это редкость. В основном людям интересны другие виды общения. Но если у всех есть к этому склонность, то почему бы и нет? Надо, наверное, просто не отвергать людей, когда они что-то хотят, а быть внимательными. Значит, повсеместная полиамория, это и есть твоя идеальная картина будущего? Это какой-то новый способ любить всех и поддерживать добрые отношения. И для меня было немного удивительно узнать, что к этому приходили независимо от меня и другие люди, и что все это известно под названием полиамория. Полиаморы говорят, что любовь не требует трагедий. Наши отношения, если исключить из них ревность и разные заблуждения, могли бы пойти по совершенно иному пути. Да, можно было бы избежать многих глупостей. Мы иногда были достаточно близки физически, и это всегда вызывало во мне бурю эмоций но секс был не принят или же невозможен в наших отношениях. Склонность к близости может появляться, хотя сохраняться не постоянно. Можно с тобой поговорить? Я думаю, что ты – моя родственная душа. Кажется, я знаю об этом с самого начала, но только сейчас начинаю понимать, что с этим делать. Этого понимания мне не хватало всю жизнь. Мы можем встречаться, и мне бы хотелось это делать. Для этого еще есть масса времени. Желание любить является неотъемлемой частью психики и оно не может быть игнорировано. Многие люди имели идеального партнера, с которым произошел какой-то разлад. Существует очень много заблуждений, которые всем мешают. Порой можно заметить, что происходит что-то ненормальное. И тогда не нужно с этим соглашаться. Можно просто менять все в лучшую сторону. При этом надо понимать, что окружающие люди могут иметь заблуждения. Хотя внутренние убеждения тоже могут быть ошибочными и заводить в неправильную сторону. Не все люди готовы принимать любовь, потому что вокруг нее есть много неправильных представлений. Но это не может помешать кого-то любить, и от этого не нужно отказываться. В любви нельзя ожидать чего-то получить, но с уверенностью можно только что-то дать. Люди в хорошем состоянии готовы отдавать, люди в плохом состоянии готовы только принимать. Сильная любовь может сохраняться даже когда человек отвергает другого. Любовь вполне может быть односторонней, и она не требует каких-то ответных реакций. Несвоевременность ⁇ вечная драма. Можно любить людей во всех состояниях и ждать, когда они изменятся. Любовь дает эйфорию. Когда нет любви, люди находят иные способы стимулировать нервную систему типа алкоголя и наркотиков. Хайшнаита известна своими практиками, благодаря которым у людей пропадает желание употреблять наркотики, потому что это движение во многом связано с любовью. Не могу одобрять все принципы разных религий, но обычно за ними стоит целостная система, которая может приносить пользу для человека. Многие люди имели в жизни одну большую любовь. Далее могли появляться 5-10 других, но не всегда они могли обеспечить полноценную замену. Часто люди блуждают в поисках идеальных отношений, или же теряют надежду на то, что они возможны. Полиамория решает подобные вопросы, можно иметь много связей и получать разные вещи от разных людей, а также и просто не прекращать связь со своим идеальным партнером. Люди после 30 лет чаще становятся полиаморами, а до этого редко об этом думают. Но все равно никто не сделает тебя счастливым, можно только им стать самостоятельно. Да, нельзя связывать счастье с чем-нибудь происходящим вокруг. Это какая-то попытка использовать людей, использовать мир. Но это не работает. Любовь, скорее всего, возможна только к одному человеку в определенном промежутке времени, а остальные отношения больше напоминают проявление доброты и понимания. Когда много эмоций связывается с одним человеком, можно говорить про любовь. Хотя вполне можно любить нескольких людей, но не всегда одинаково. Влюбленность обычно возникает не обоюдно. Но порой, создавая привязанность и постепенно сближаясь, можно дойти до того, что другой человек тоже начинает тебя любить. Да, не обязательно отвергать того, кто тебя любит, хотя и виды взаимодействия можно ограничить. Влюбленность бывает и к людям, с которыми нет хорошей совместимости. И тогда попытка сближения может дать это понять и закончить такую связь при хорошей совместимости привязанность и эйфория может сохраняться всю жизнь. Почти все истории и книги о любви заканчиваются союзом, хотя в жизни зачастую происходит не так. Писатели чувствуют и понимают, что это правильно, но не каждый способен обосновать и объяснить почему. Был один автор, который писал про разные случаи влюбленности, каждая из которых заканчивалась самоубийством. Неправильное отношение к любви может приводить к проблемам. Любовь не должна подразумевать ожидание чего-то, потому что ожидания часто не оправдываются. Нет ожидания, нет страданий. Это попытка использовать людей. Да. Вот еще и Залана Уотса про естественность, медитацию и разные практики. Те, кто понимают Дау, получают удовольствие, подобно кошкам, от возможности посидеть и посозерцать без конкретной цели. Однако, когда кошки надоедает сидеть, она отправляется на прогулку или начинает охоту на мышей. Она не принуждает себя сидеть как можно дольше из принципа и не соревнуется с другими кошками в том, кто просидит на одном месте дольше. Если, конечно, нет реальной причины, чтобы не двигаться такой, например, как желание поймать птичку. Даосы созерцатели будут с удовольствием сидеть вместе с йогами и последователями дзен до тех пор, пока это им приятно, однако когда природа скажет нам, мы встанем и займемся чем-нибудь другим или же просто погрузимся в сон. Какая-либо другая линия поведения, очевидно, продиктована духовной гордыней. Деосы считают медитацию практикой лишь в том смысле слова, в котором принято выражаться, что врач практикует медицину. При этом Деосы не стремятся подчинить или перестроить Вселенную с помощью физических или волевых усилий, поскольку их искусство не подразумевает ничего, кроме разумного следования потоку событий. Медитация или созерцание не ставят перед собой прямой цели пробудить этот разум, однако развивает его косвенно. Между тем цель и смысл созерцания можно сказать, только лишь в том, чтобы слышать, как в ночной тишине звук падающих капель говорит о том, о чем думаю я. Про созерцающего говорят, что его сознание свободно от мыслей, выражение его лица спокойно и безмолвно. Его чело светится простотой. Он холодный, как зима, и теплый, как осень, ибо его гнев и радость случаются так же естественно, как смена времен года. Я думаю над этой фразой. Что значит он, Эдмон Дантес? А еще мой отец, и моя мать. Он мой брат, мой друг. Он это я, и вы. Он это мы все. Про созерцающего и свободного от желаний человека можно как раз сказать, что такой человек, это мы все. Он мыслит так, что это становится похоже на то, как мыслят остальные. Он может играть в карты, хотя на самом деле занимается медитацией. Как это было в песне Шейпов Майхард? Он раздает карты, занимаясь медитацией, и другие игроки могут даже никогда не узнать, что он играет не ради денег, и не ради уважения, которое может получить. Он раздает карты, чтобы найти ответы, и видит скрытые закономерности за всем происходящим. Видит чудесную тайну. Да, психика без желаний и страстей работает совсем по-другому, и не зря на этом не раз концентрируется Лао Цзэй. Тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну. А кто имеет страсти, видит только внешнюю форму. Самый первый стих. Это можно заметить и в любви. Любовь без страстей и желаний способна быть чудесной и вызывать эйфорию. Любовь с примесью страстей и желаний приносит страдания. Любовь вообще достаточно составное чувство. Много вещей смешиваются и воспринимаются как любовь. Даже ненависть может быть любовью. Я люблю и ненавижу тебя. Да. Но для меня было немного новым ощущением, что можно просто так лежать рядом и наслаждаться созерцанием без какой-нибудь страсти. Это удовольствие в чистом виде. Это может дать настоящее удовольствие, когда чувства находятся в полном спокойствии. Можно просто следовать своим природным склонностям, не затрагивая при этом ум, а занимаясь медитацией. Кошки тоже постоянно наслаждаются, и им не нужно для этого много ума. Чтобы сходить в туалет или в душ, тоже не нужно особо сильно напрягать извилины. Да, можно просто наблюдать весь этот процесс без особых усилий, словно это делаешь и не ты, очень много вещей происходят естественно и без усилий. Психика нужна не для того, чтобы испытывать стрессы и страсти, а для того, чтобы быть открытыми к чему-то важному. Но если все вокруг будут только созерцать, медитировать, и жить отстраненно то, кто будет работать и развивать что-нибудь сознание в спокойном состоянии на самом деле становится более ясным и развивается гигантскими темпами. Это не означает бездействие, а означает наоборот очень эффективное действие и понимание мира. Можно выйти на другой уровень размышлений. Про Лао -цзы говорили, я знаю, как летает птица, как плавает рыба и как бегает животное. Но я не понимаю, как летает дракон. Сегодня я видел Лао -цзы, и могу сравнить его лишь с драконом. Дракон летает вопреки законам физики и Лао Цзы был настолько удивителен для его современников, что его было невозможно понять. Он до сих пор учит нас многому в нескольких стихах, спустя две тысячи лет. Его называли старый мастер, он обладал мощным сознанием, в котором, очевидно, много медитировал. То же самое можно обнаружить в Стивене Хокинге, который почти не пользовался своим телом. Когда нет желания что-то делать с телом, тогда открывается настоящая ясность ума медитативное сознание видит чудесную тайну Дао, это физический предел этого мира. Полагаю, что так. Лао Цзы говорил, я не знаю, чье оно порождение. Похоже, что оно было создано до того, как появилось само созидание. Оно, как он поэтически выражался, сдерживает собственную проницательность, распутывает собственные переплетения, гармонизирует собственный свет, смешивается с собственной пылью. Чистое сознание, свободное от ненависти и других вредных эмоций, дает невероятную ясность. И тогда я смотрю на пропаганду и не вижу удовольствия в этих людях. Я смотрю на пранки и розыгрыши и вижу в этом нападение на психику людей. Я смотрю на кино и вижу, что люди играют неестественные для них роли. Сознательные усилия нужны не везде. Как ты выбираешь приготовить себе чай или кофе? Откуда ты получаешь решение? Ты ведь не спрашиваешь у своих клеток о том, чего бы им хотелось, но все равно знаешь, что хочет тело многие вещи могут выполняться без лишних умственных усилий. Но при этом люди в своем уме часто проговаривают что-нибудь типа так, я хочу чай, я хочу две ложки сахара, вот одна ложка, вот вторая ложка. Хотя можно, вероятно, делать все это в свободном уме и медитативно. Алан Уотс удивлялся, в нас живет непреодолимое стремление сформулировать все с помощью слов. Почему надо объяснять танец вместо того, чтобы пойти и станцевать? Почему принято изучать и описывать такое естественное умение, как плавание? Почему людям, чтобы понять совокупление, нужно читать книги? Такое восприятие любви для меня действительно ново. Не понимаю, как можно было жить столько лет без этого ощущения. Это общий принцип жизни, нужно делать то, что приятно для чувств и восприятия. Мы слушаем музыку или смотрим кино, которые зачастую спокойны, или же как-то еще нас наслаждают. Хотя кому-то, возможно, нравится и агрессивная музыка. Это может зависеть от внутреннего состояния и отражать то, как работает психика. Да, по рисункам иногда можно судить о внутреннем мире человека. Нужно различать свои внутренние состояния и разные эмоции, и не действовать у них на поводу. Мне нравится связывать некоторые эмоции с тобой, и это получается естественно. Думаю, что многие эмоции в итоге привязываются к одному человеку. И эта связь уже никогда не разрывается. Даже когда мы были далеко, некоторые из моих эмоций были связаны с тобой. И эта связь не прекращалась. Поэтому должно быть, важно быть с тем, кто является твоей родственной душой и доставляет удовольствие чувствам, а не вызывает страсть. Именно так. В конечном итоге важно наслаждение для чувств. Поэтому котики и популярны. Люди ходят в интернет посмотреть на такие, казалось бы, тупые вещи, как мимими -ми -ми, котики послушать приятную музыку, посмеяться, посмотреть клипы, приколы, найти ответы на интересующие вопросы в гугле, а не чтобы изучать научные работы и длинные тексты. Как ты видишь все эти закономерности? Не имею ни малейшего представления. Иногда я вообще не понимаю, как было возможно то, что происходило еще вчера, словно это не имело ко мне отношения. Все зависит от состояния. Ум и психика нужны не для того, чтобы испытывать стресс, а для того, чтобы мыслить о важных вещах. Стресс и прочие беспокойства можно в себе изолировать и игнорировать как бесполезное. Ученые говорят, что люди словно универсальные машины по поиску разных закономерностей, паттернов. Близость к смерти часто освобождает людей от желаний и страстей. Надо хорошо осознать, что ты не человек, и что этот человек умрет рано или поздно. Не нужно связывать себя с этим человеком и его страстями. Страсти и желания всем мешают. Нет большего греха, чем соблазнение, нет большего провала, чем неудовлетворенность, нет большего наказания, чем иметь страстное желание. Нужно знать меру необходимого, и тогда у тебя будет все, что необходимо. Нужно уметь оставаться довольными, знать свои желания и возможности и не хотеть сверх этого. Счастье не зависит от обладания чем-то и кем-то. Оно зависит от эмоций и внутреннего состояния, а лишние страсти и желания могут нам только помешать. Мы созерцаем, остаемся в полном спокойствии, испытываем радость и эйфорию от чистой любви, желаем всем добра, и поэтому окружающие люди рады дать нам все, что необходимо. Посмотри на надежду Савченко, посмотри на Или Хаммонд. Они освободились от страстей и страхов, оказавшись в заточении и подготовившись к смерти. Их можно убить, их можно посадить в тюрьму, но это их уже не волнует. Их сознание освободилось и расширилось. Они свободны от эмоций, хотя испытывают их в чистом виде. У них уже нет страха за себя, но они могут только беспокоиться о будущих поколениях и тех, кто еще волнуется о своей жизни. Савченко, кажется, была готова, как и герои фильма, бороться с этой властью за справедливость и убивать ее представителей. Подробности вскоре должны появиться, но мы вряд ли узнаем правду, потому что в этом есть конфликт двух сторон одна из сторон лицемерит, то есть врет. Если человек готов за что-то умереть, то он видит источник проблем. Хотя о методах борьбы еще можно поразмыслить. Никто бы не хотел, чтобы его убивали, и люди будут сопротивляться, если попытаться это сделать. Большинство людей хотят радоваться жизни и быть свободными, жить в собственное удовольствие и наслаждаться с близкими. Во многих странах, как и в фильме Ви, образовалась порочная сеть в кругах власти эти люди не могут умерить свои желания и остановиться. Это стало заметно настолько, что уже начало мешать жить всем остальным. Но думаю, что в таких случаях вполне можно обойтись ненасильственными методами. Люди кругом имеют заблуждение и недостаточно понимают то, что происходит вокруг, потому что ослеплены ненавистью, страстями и желаниями, да и просто не имеют информации. Махатма Ганди был известным сторонником мирного протеста. Вот как описывается его философия. Основная идея ⁇ стремление воздействовать на благоразумие и совесть противника через отказ от насилия, ахимса, и готовность переносить боль и страдания. Целью является превращение соперника в союзника и друга, считается, что обращение к совести эффективнее, чем угроза и насилие. В соответствии с теорией Ганди, насилие рано или поздно приводит к увеличению насилия. Ненасилие же прерывает спираль зла и делает возможным превратить врага в единомышленника. Ганди рассматривает это не как оружие слабых, а напротив как оружие сильнейших духом. Лао Цзы тоже писал о похожих вещах. Когда нет понимания пути, появляется представление о гуманизме и нравственности. Когда где-то кроется лицемерие и двуличность, появляются мудрствования и рассуждения. Когда в семье плохие отношения, детей учат почитать родителей и возникает отцовская влиятельность. Когда в стране царит запутанность и хаос, появляются верные поданные слуги. Лао Цзы писал далее, что для разрешения этой сети явлений всем нужно придерживаться того, что заслуживает доверия, осознать простоту, соединиться с чистотой, умерить себя, ослабить желание, отказаться от общепринятых доктрин и освободиться от страстей. Лао Цзы много думал и медитировал над тем, что происходит вокруг, но потом решил просто покинуть это место, потому что ничего не мог сделать. Сымацань писал о нем, Лао Цзы постигал путь и его добродетель и совершенство свое он видел в том, чтобы быть сокрытым и оставаться неизвестным. Долгое время он пребывал в столице Чжоу, но потом, видя падок династии, отправился в путешествие к северо-западным вратам империи. Страша у ворот сказал ему, ты собираешься уйти и больше не возвращаться, изволь же прежде написать для меня книгу. Тогда Лао Цзы написал книгу в двух частях, выразив в ней в более чем пяти тысячах иероглифов свое понимание пути и добродетеля. Думал, что он понимал очень много, но, возможно, не мог ничего изменить, потому что люди были слишком неразумны и не могли его понять. Он описал все проблемы своей страны, но не имел способов распространения информации и влияния. Когда люди счастливы, им не приходится мудрствовать и медитировать, чтобы разрешить проблемы. Они могут просто жить и наслаждаться. Сможем ли мы распутать все эти переплетения? Возможно, для начала нужно наладить отношения и прийти к чистой любви и заботе о ближних если и не о себе, то нужно заботиться о будущих поколениях, наших детях и детях их детей. Заслуживают ли они жизни в заблуждениях и страданиях? Должны ли они мудрствовать над тем, как разрешить эти противоречия или же смогут наслаждаться жизнью? Любовь сильнее, чем страх, это движущая сила. Должно быть это так. Как много ты можешь сделать ради меня? Можно ли сказать, что медитация ⁇ это просто поиск информации в собственном мозге? Да, хотя и в немного необычном состоянии. Нельзя выйти за пределы мозга и своих научных познаний. Поэтому и существует достаточно много разных учений, и каждая из них может быть по-своему глубоким. Медитативная активность мозга является необычной, ее не всегда можно вызвать намеренно, она зачастую возникает спонтанно. Иногда тело хочет кушать, иногда оно хочет слушать музыку а иногда оно переключается на эмоции или медитирование. Лао Цзэ и многие другие философы игнорировали тему любви, хотя мы с тобой раскрываем ее, потому что сейчас появилось достаточно много научных разработок и знаний на этот счет, чтобы можно было их использовать и прийти к какому-то разумному решению и пониманию отношений. Многие люди сейчас приходят к полиамории, потому что она решает многие трудности. Они медитируют, ищут решения, думают, что делать, и находят полиаморию, потому что она соответствует их природе и склонностям, с которыми невозможно бороться. Те, кто ее пока что не принял, просто не столкнулись с проблемами и не задумывались об этом достаточно много. Либо же они имеют проблемы, но не имеют нужной информации для их решения. Да, значительная часть философов игнорирует тему любви. Но кому-то все же не нравится концепция поля отношений. Кому-то может не нравиться и феминизм, и маскулизм, но у них много сторонников. Люди поддерживают их не случайно, и понимают, что они полезны. Те, кто их еще не поддерживают, просто не знают о них достаточно. Когда общество примет все эти малоизвестные концепции в жизнь, тогда отпадет и сама необходимость в таких словах. Это будет естественная часть жизни, а не какое-то меньшинство. Но если все происходит в мозге, то зачем добавлять понятие Дао, единство, Бога и еще чего-нибудь такого? Потому что нет иного способа объяснить жизнь. Дао Цзин тоже можно прочитать почти полностью так, будто оно описывает путь жизни и принципы добродетеля, а не что-то чудесное, но там есть несколько иероглифов, которые все же относятся к космологии и не относятся к повседневной жизни. Люди не центр Вселенной, и даже психика людей это только небольшая часть тела людей. Можно сказать, что видеть чудесную тайну. Это с какой-то стороны видеть необычные связи в своем мозге, выявлять их, замечать их в медитативном состоянии. Значит, информация все же важна для активности мозга, хотя мы часто недооцениваем это. Мы думаем, что другие люди должны понимать все то же самое, что и мы. Но их мозг может работать совсем по-другому. Да. С какой-то стороны можно ничего не делать и оставить все как есть, потому что все происходящее не имеет особого значения но нам все равно надо чем-нибудь заниматься, и поэтому мы можем попробовать улучшить что-нибудь для жизни вокруг, хотя не всегда возымеем успех, потому что влиять на людей очень сложно. Каждый считает, что он прав, и обладает полным знанием. Ты выглядишь очень грустно, когда об этом говоришь. Книги и знания сильно расширяют возможности для решения проблем. Как может выглядеть мирный протест в России или в других странах? для этого, как ни странно, нужны диалоги. Не нужно протестовать, но можно просто выдвинуть предложение президенту и любым связанным лицам. Можно сказать так, я понимаю, что вы запутались в сложной сети явлений, но это уже начинает вредить и вам, и всей стране, и людям за ее пределами. Это не может продолжаться дальше. Теперь у вас есть возможность выйти из этой ситуации без последствий. Гарантировать полную амнистию, безусловный доход в разумных пределах, Место для спокойной жизни и размышлений. Полагаю, что это те условия, которые они будут готовы принять. Также нужно попросить всех граждан отказаться от какого-либо возмездия, и вместо этого просто жить своей жизнью, развивая дальше страну и общество. Нужно будет собрать излишние богатства, отдать их в пользу государства и устроить амнистию для многих заключенных. Это похоже на достаточно разумный способ выхода из ситуации попытка устроить месть, суд и какую-то вендетту в этом случае будет только развивать нынешнее положение. Зло порождает зло. Ганди говорил, что выход из этого круговорота может быть только с помощью добрых поступков. Любые преступления совершаются под определенным влиянием, и система исправления подразумевает, что людям дают время над всем подумать и отказаться от своей вредной модели поведения. Надо дать людям время разобраться в себе и помедитировать, и уже через 10 лет мы увидим совсем других людей. Это жизнь, а не фильм Ви, за которым стоит вымышленный сюжет. Мне это напоминает то, как Соломон решал проблемы. Он действовал с пониманием психики людей и мотивов. Это возможный способ разорвать сложившийся порочный круг. Эти люди хотели бы жить спокойно, перестать лицемерить и постоянно что-то выдумывать. Это только создает для них же самих лишнее беспокойство. Но если они будут слишком сильно цепляться за собственные позиции, можно начать некоторые этапы из сатьяграхи по философии Ганди, пассивное сопротивление, гражданское неповиновение, несотрудничество, выход из службы и армии. В это же время надо заниматься подготовкой платформы для финансовой защиты всех нуждающихся граждан, чтобы избавить их от необходимости работать от зарплаты до зарплаты и выполнять преступные приказы, а также избавить от голода. Возможно, понадобятся некоторые инвестиции и деньги, но отдачи и возврат будут больше. Это скажется не только на жизни здесь и сейчас, но и на многие тысячи лет вперед. Можем ли мы найти спонсоров, методы лидеров и распространить информацию? Полагаю что да. Иногда нужно пренебречь законами и типичными процедурами, если они не соответствуют духу закона и мешают здравому смыслу. Да, в некоторых случаях вполне можно действовать вопреки всем нормам, законам и правилам. Народ ⁇ источник власти. Песня Хайджут hey и Битлз как раз должна быть про контроль чувств и эмоций. Там поется Не переживай джут, возьми грустную песню и почувствуй себя лучше. Впусти ее в свое сердце и тогда сможешь начать все менять. Ты знаешь в глубине, что был создан для того, чтобы встречаться с ней и добиться ее. Если почувствуешь боль, сдержи ее. Не нужно тащить груз мира на своих плечах. Только дураки делают вид, что с ними ничего не происходит, тем самым делая свой мир слегка холоднее. Да, тут, видимо, говорится про влюбленность вместе с какими-то лишними опасениями и болью на этот счет. Любовь и тяга к кому-то являются базовыми эмоциями, а многие барьеры являются искусственными, и их можно убрать. Так что, Джуд, не подведи меня. Ты нашел ее. Теперь пойди и добейся ее. Да, эмоции можно проживать по-разному. Отрицать их не нужно, связывать с ними желания тоже не всегда хорошо. Эмоции в чистом виде намного приятнее, чем с примесью каких-то страстей. И если даже возникает какая-то боль от эмоций, можно посмотреть вглубь себя, отделить желание от эмоции, оставить чистую эмоцию, убрать желание и сделать внутренний мир лучше. В песне эти мысль как раз поется про эмоцию тоски или скуки. Человек, очевидно, имел тесную связь с кем-то год назад или более, и теперь скучает, постоянно вспоминает о нем, когда проходит мимо его дома, возвращается в одно место снова и снова. Но там уже никого нет, думает о прошлом, и так происходит изо дня в день. Если эмоция смешивается с желанием добиться определенного результата, то она может вызвать проблемы, зацикленность и страдания. Нужно провести внутреннюю работу. Нет ожидания, нет страданий. Да, но влюбленность и любовь создают расположение к человеку, в отличие от многих других эмоций, и могут вызвать тягу быть рядом. Но все равно надо убедиться, что к ним не примешивается лишних страхов и желаний, и тогда они могут приносить удовольствие и эйфорию. Ты много играешь в игры. Не думаешь, что игры это зло? Напротив, игры развивают мозг. Люди играли во все времена я играю, но зачастую не сильно погружаюсь в процесс, если игра уже знакома. Игра, которая вызывает приятные эмоции и доставляет наслаждение чувством, будет иметь успех. Игра, которая сложна или вызывает гнев, не будет особо интересна. То же самое, наверное, можно сказать про любое искусство. Люди играют для того, чтобы тренировать ум и способность распознавать закономерности, а не для того, чтобы становиться жестокими или гневаться. Слабый интеллект не может эффективно решать задачу. Не знаю, играл ли Стивен Хокинг во что-то. Но, возможно, у него тоже были какие-нибудь игры. В некоторых играх можно встретить и хороший сюжет, или даже узнать из них много нового. Отдельные разработчики стараются захватить людей, вызывая булю эмоций или азарт. Это не кажется особо хорошей идеей, хотя может дать возможность потренироваться, переживать эти эмоции и контролировать чувства. В покере часто приходится вести себя так, будто ничего не происходит, хотя накал страстей зачастую зашкаливает. Но, в общем, думаю, что лучше играть во что-нибудь приятное и убрать раздражающие элементы из игр. Но сейчас и весь мир в какой-то мере жесток и может вызывать много негативных чувств. Возможно, игры даже могут немного к этому подготовить, но не надо путать их с реальностью. А если кто-то слишком сильно погружается в игры и уже совсем ничего не делает в реальной жизни, может быть, там просто нечего делать в данный момент и все доставляет одни лишь беспокойство. Мало любви и доброты вокруг, и тогда люди выбирают другие игры. Словно жизнь тоже какая-то игра. Играть внутри игры тоже может быть интересно. Сегодня умер один мой друг. У нас даже было несколько свиданий, но никогда не возникало желания создавать семью. Появилась скорее готовность вечно быть поблизости и оказывать поддержку. Мне думалось, что мы еще сможем дружить с семьями и хорошо проводить время вместе с детьми. Дружба, как говорят, никогда не заканчивается. И даже если друзья умирают, мы часто просто по ним скучаем, но не прощаемся. Можем встретиться, если хочешь. Если люди друг друга хорошо знают, то бывает иногда и не о чем поговорить но с тобой я могу наслаждаться даже в молчании. Да, не всегда нужно разговаривать. В полном спокойствии можно просто наслаждаться моментом, и не испытывать желаний. Смысл жизни, наверное, все-таки, в любви. Когда есть чистая любовь, тогда и не возникает мысли о смысле жизни. Да, в этом состоянии нервная система работает по-другому. Но это даже не значит, что надо быть рядом. Достаточно просто развить в себе это чувство и убрать все лишнее было ли у тебя что-то подобное с кем-нибудь еще? Не думаю. Такого умиротворения точно нет. Но иногда все так странно переплетается в сочетании страстей, событий, а потом еще и экономических отношений, что сложно не запутаться и не попасть в эту сеть, позже обнаружив себя там, где уже нет никакого удовольствия. А потом бывает еще и трудно выбраться. Если придерживаться моногами и присваивать себе людей, то вообще будут происходить разные обнормальные вещи. Мы живем в сложные времена, и бедность во многом мешает создавать хорошие союзы. А без хороших союзов люди более несчастны, начинают разрушать себя и заниматься бесполезными вещами вместо того, чтобы делать мир прекраснее. Порой нужен сбой в системе, и шаг на ощупь в темноте. А иногда, побыть не с теми, чтоб, наконец, понять, кто те. Но не советую кого-нибудь бросать. Лучше просто вести сразу несколько отношений. Да, мы все все равно связаны тем или иным образом. Как у тебя дела? Сегодня у меня было какое-то необычное пробуждение от сна, словно можно было заметить тот момент, когда сознание появляется в теле, будто его там сначала не было, а потом оно появилось. Интересно, ведь у нас с тобой одно сознание с точки зрения единства, но разные тела и отсюда разная память и образ действий. Да, в наших телах сознание является одинаковым и общим, и это то, что нас объединяет. По крайней мере так учил Аллан Уотс. сознание возникает там, где в этом есть необходимость, и тогда мы воспринимаем этот мир с еще одной точки зрения. Да, сизм ведь соответствует как ни странно, как теизму, так и атеизму. Если понимать Бога как весь мир, то да, но о Боге есть и много неверных представлений, которые пришли из мифов прошлого будто это отдельная личность, которая чем-нибудь управляет, но молиться на самом деле не нужно, и даже нелогично. Как высказался один человек, пока ты молишься, Бог наделяет спидом детей в Африке. Идея всемогущего Бога явно далека от реальности. На нашей планете столько войн, смертей, болезней, землетрясений и цунами. А в итоге, после стольких страданий, что делает ваш Бог, посылает большинство людей в ад. Моя религия, любовь. Мое священное писание ⁇ наука. Моя практика ⁇ разумный подход. Так ли важно смотреть новости и быть в курсе происходящего? Все зависит от страны и ситуации. Новости и журналистика должны быть нейтральными. Новости, сделанные с добротой и заботой о зрителях, приятно и интересно смотреть. Пропаганда чаще давит на эмоции и пытается вызвать гнев или ненависть к чему-нибудь. Если при просмотре новостей часто возникают какие-то негативные чувства, то лучше поискать другой источник новостей. Пропаганда часто присуща разным диктаторским режимам. Да, они держатся на лжи и обмане. Победа над диктаторами начинается с информации. Диктаторы борются, чтобы сделать людей тупыми и лишить знания. Мы боремся за пробуждение людей и распространение информации. Как понять, чьи цели более достойны, надо посмотреть на мотивы. Диктаторы обычно хотят сохранить свою власть, жизнь, деньги, влияние. От чего хотим мы? Защитить будущее поколение и планету, миллиарды людей на тысячелетия вперед, зачастую подвергая свою жизнь опасности. Не знаю, почему кто-то думает, что можно добиться успеха в лицемерии и обмане. Возможно, на первый взгляд и трудно отличить обманщика от говорящего правду, но по косвенным признакам и тестам они быстро себя выдают. Да, можно вспомнить Соломона, который делил ребенка между двумя женщинами. Настоящая мать была привязана к ребенку и не хотела ему смерти, а женщина-воровка была готова смотреть на смерть чужого ребенка. Мотивы на лицо. Бороться с диктаторскими режимами может быть еще и опасно. Надо осознавать хрупкость своей жизни. Да, диктаторы зачастую ослеплены желаниями и страстями настолько, что готовы из-за своих жалких мотивов убивать великих людей. Но люди, которым уже надоело страдать, готовы умереть. К тому же в смерти нет ничего страшного. Герои не умирают, как, впрочем, и все остальные. Продолжать такой образ жизни может быть намного хуже. Плохое правление приводит к сотням жертв и страданиям каждый день, да и пропаганда портит жизнь и настроение людей. Никто не победит преступность, кроме самих жителей страны. Но многие борцы в итоге уезжают, сбегают, подвергаются преследованиям, получают убежище но даже там они чаще всего продолжают бороться. Для того, чтобы смести любое правительство, достаточно 10-20% пробужденных людей. Они могут выйти и остановить всю страну, перекрыть дороги, остановить города, распространить информацию среди остальных. Для полной надежности желательно также иметь подготовленную платформу для финансовой защиты, чтобы любому полицейскому и потенциальному противнику можно было предложить годовое жалование в случае, если он будет готов стоять с народом и откажется от своих преступных приказов. Война или боевые действия даже не нужны для протеста. Нужно просто гражданское неповиновение, и все пройдет за один-два дня. Надо подстраиваться под ситуацию, но можно рассчитывать, что примерно так. На чем держатся все эти кровавые режимы? Они управляют мозгами людей, что можно считать самым тяжелым преступлением. Они вселяют в людей негативные чувства, лишают знаний и информации, зачастую распространяя ложные представления о мире. Единственный способ это победить, пробудить людей. Надо осознать, что власть находится в руках народа, осознать мощь гражданского общества. Да, общество, пожалуй, может остановить всю страну с легкостью и прогнать любое правительство, как это обычно и происходит в развитых странах. Мне нравится, как высказался Дмитрий Быков, любить можно только того, кто равный, нельзя любить высшее или низшее существо. Да, это очень метко. Если ты чувствуешь презрение к кому-то, то не сможешь любить, или если видишь, что человек далек от твоего культурного и социального уровня. Также и в семьях зачастую пропадает любовь, если начинаются конфликты. Люди считают других хуже себя, и тогда между ними не может быть доброты. Как ни странно, моя любовь к тебе никогда не прекращалась. Как и моя, несмотря ни на что. Хотя любовь может принимать разные формы. Она может даже перерасти в гнев, месть, ненависть, смешаться с ревностью и привести к саморазрушению, если происходит что-то ненормальное. Но эмоциональная связь все равно остается. Думал, что разные диктаторы и жестокие люди могли стать такими из-за неоправданных ожиданий в любви. Возможно люди, которые готовы уничтожить всех и перестали испытывать эмпатию, часто разочаровались в любви и считают, что надо убить не только объект своей любви, но заодно и добрую половину человечества. Это тоже своеобразный вид любви и связи, но только в негативном ключе. С попыткой проучить человека, изменить мир, отомстить всем уродам, которые не могут нормально любить. Хотя каждый случай может быть немного уникален. Неправильное понимание любви и поведения в конечном счете приводит к смерти людей. Сейчас я могу немного по-другому посмотреть на попсу. Она ведь во многом про эмоции. Да, эмоции, которые одинаковы у всех людей. Поэтому попса и притягивает массы. Но мы часто немного отходим от чистого понимания своих эмоций и начинаем что-то над ними настраивать. Всякие идеи отношений, браков, моногамии, помолвки, гендерные роли, которые часто противоречат природе и в сущности не нужны. Полиамория соответствует моей природе. Да, моногамия все равно не работает. Можно использовать чистое взаимодействие на основе чувств и эмоций, можно признать всех своих бывших и нынешних партнеров, хотя это и не значит необходимость встречаться со всеми. Существует настолько много неестественных представлений обо всем, что люди, порой погрузившись в них, уже забывают, что такое настоящая любовь. Да, это чувство было потеряно во мне многие годы. Но теперь я даже не представляю, как можно было жить все это время в отсутствии удовольствия, которое она приносит нужно хорошо разобраться в своем внутреннем мире, и тогда можно расширить свои границы до невероятных пределов. Я иногда уже не проживаю чувства, а скорее наблюдаю то, как они приходят и уходят. Могу даже смеяться над ними, или же наслаждаться, если они дают наслаждение. Это и есть иной уровень размышлений. В чем-то да, возвышение над своей психикой и победа над телом острый язык и способность задевать психику людей могут быть не так уж плохи, если человека что-то задевает, то ему надо пробудиться. Пробужденный человек не может оскорбиться, потому что его не волнует собственная психика, тело и какие-нибудь события. И даже смерть и боль. Конечно, можно чувствовать боль, но те люди, которые лучше разобрались в себе, могут лучше отстраняться и обращать на нее меньше внимания, это просто сигналы в нервной системе о том, что где-то происходит дискомфорт. Человеческое тело, пожалуй, более удивительно, чем может изначально показаться. Да, и все тело склоняет нас к тому, чтобы пробудиться и осознать свою духовную природу. То же самое заметил Толстой, когда изучал Евангелие из Библии. Он написал свой собственный разбор учения Иисуса, и об этом есть хорошая аудиокнига. В этом контексте мне становится понятнее, почему некоторые учителя в традициях типа дзен иногда бьют своих учеников, и вообще могут вести себя как-то неподобающе. Да, в фильме ведь тоже приходили к пробуждению с помощью пыток, хотя не всегда это нужно, но там указывали, что это самый быстрый способ. Порой для пробуждения людей надо их хорошенько встряхнуть. При этом человек, который живет в своей психике, обычно цепляется за свои страсти и какие-то мирские ценности, считая их смыслом жизни. Пробуждение в то же время не означает потерю тела или эмоций, хотя чувства можно очистить и сделать практически прозрачными. Эмоции никто не отменяет и мы будем гневаться, любить, печалиться, интересоваться, испытывать похоть, и все прочее. Вот отрывок из Алана Уотса. Дао это то, чему нельзя не следовать, то, чему можно не следовать, это не Дао. Что есть Дао? Спросил Чжао Чжоу. Твое обычное сознание и есть Дао, Ответил мастер Нан-Люань. Как можно вернуться к гармонии с ним? Намереваясь вернуть себе гармонию, ты сразу же теряешь ее. Но разве без намерения можно познать Дао? Дао, молвил мастер, не является непознаваемым, ни, ни непознаваемым. Знание, это только иллюзия понимания, незнание, это просто слепое исследование. Когда ты воистину познаешь Дао вне всяких сомнений, оно будет подобно безоблачному небу есть еще интересное понятие недеяния, увы. Увы, категория китайской философии, выражает принцип невмешательства в естественный порядок вещей в подражание мирозакону. В то же время, увы, предполагает некую органическую и спонтанную активность, деяния посредством недеяния, увы, увы. Совершенно мудрый ведет дела посредством недеяния. Ну да, все равно, как ты говоришь, надо что-то делать. Нельзя всю жизнь провести, сидя на одном месте выше вы не стремится быть вы и поэтому он и есть подлинный вы. Чтобы понять это нужно пережить интуитивное постижение, а для этого недостаточно просто следовать некоторой системе духовных упражнений. Если мы посмотрим на ранее чаньские писания династии Тан, не упуская из виду, что Чань в те времена был сплавом даосизма и буддизма, у нас не останется сомнений в том, что такие мастера Чань, как Сэн Цань, Хуэй Нэн, Шэнь Хуэй, Мадзу и даже Линь Цзи не только не акцентировали внимание на занятиях медитацией, но зачастую отвергали их как всецело неуместное. Они делали акцент на непосредственном интуитивном прозрении, которое наступает в результате прямого указания «джи -джи», со стороны наставника, когда ученик задает вопросы и получает на них ответы. В ходе такого общения постигший суть вещей просто показывает ее тому, кто еще не постиг, причем зачастую невербальными средствами, не столько объясняя, сколько непосредственно выявляя ее. Мне нравится одна притча. Давным-давно один король построил огромный дворец. Это был дворец с миллионами зеркал. Абсолютно все стены, полы и потолки дворца были покрыты зеркалами. Как-то во дворец забежала собака. Оглядевшись, она увидела множество собак вокруг себя. Собаки были повсюду. Будучи весьма разумной собакой, она оскалилась, чтобы на всякий случай защитить себя от этих миллионов окруживших ее собак и испугать их. Все собаки оскалились в ответ. Она зарычала, они с угрозой ответили ей. После этого собака была уверена, что жизнь ее в опасности, и стала лаять. Ей пришлось напрячься, она лаяла изо всех сил, очень отчаянно. Но те миллионы собак тоже начали лаять. И чем больше она лаяла, тем больше отвечали ей они. Утром эту несчастную собаку нашли мертвой. А она была там одна, в том дворце были лишь миллионы зеркал. Никто не дрался с нею, вообще не было никого, кто мог бы драться, но она увидела саму себя в зеркалах и испугалась. И когда она начала сражаться, отражения в зеркалах тоже вступили в борьбу. Она погибла в борьбе с миллионами собственных отражений, окружающих ее. Да, забавно осознавать, что ты, словно мое отражение. Вот еще одна притча. Случилось так, что старейшина клана ветви дерева решил отправить в дальнюю дорогу одного из своих воинов с ответственным поручением. Позвал он к себе трех самых доверенных учеников и вместе с ними отправился на поклон к священной птице, чтобы та помогла ему сделать окончательный выбор. Выполнив положенный ритуал, старейшина обратился к птице со следующей речью. «О, хранительница черного камня, твоя мудрость поистине безгранична, и ты умеешь постигать суть вещей, людей и явлений. Перед тобой стоят три воина, и одному из них предстоит дальняя и опасная дорога». Скажи, кто из них сможет лучше преодолеть трудности, которые могут встретиться на его пути. Внимательно посмотрела на воинов каменная птица и сказала: Один из них слишком твердый, и его легко сломать, другой слишком мягкий и его легко согнуть. Зато третий может быть и мягким, и твердым, а потому всегда настоит на своем. Спасибо за совет. Твой выбор совпал с моим, и я со спокойной душой отправляю лучшего в дальнюю дорогу. Да. Иногда надо быть твердым, иногда надо быть мягким. Аллан Уоттс писал. Даоса созерцатели медитируют во имя радости самой медитации, чтобы ощущать свое дыхание, видеть солнечный свет на полу, слышать завывание ветра и кукарекание петухов вдалеке, внимать безмолвию и всему тому, что воинственные активисты Востока и Запада с их настойчивой целеустремленностью, увы, научились презирать. Такая медитация представляет собой инский аспект даосской жизни, однако эта жизнь не исключает, когда приходит время, и янского аспекта и поэтому активные виды деятельности, например ритмичные и плавные движения, пользуются у даосов не меньшим успехом, нежели занятия сидячей медитацией. Да, но порой с помощью медитации, и благодаря свойству нейропластичности мозга, можно дойти до того, что медитирующий человек начинает достаточно сильно отличаться от тех людей, которые живут в своей психике. Но это изменение обычно только к лучшему, хотя люди слабого ума могут видеть в этом что-то чуждое и считать ненормальным. Забавно, но ведь, чтобы быть даосом, не обязательно делать храмы, встречаться с другими даосами или следовать каким-то правилам. Да, но то же самое можно найти в других учениях и традициях, если познать их самую суть все они на самом деле об одном и том же, хотя почти везде можно встретить и примесь заблуждений. Думаю, что это то же самое, что и толстовизм, но мне даже не нужно полностью изучать толстовизм, чтобы уверенно об этом говорить. Знание в конечном счете не имеет особого значения, важнее внутреннее состояние. Люди часто ищут какие-нибудь способы удовлетворения и находят их то в спорте, то в алкоголе, то в правильном питании или каком-то фанатизме, но концентрация на внешних вещах часто отдаляет нас от того, что по-настоящему важно и ценно. Для достижения полного счастья и комфорта достаточно хорошо разобраться в себе, принять себя и весь мир как должное, и делать то, что кажется естественным. При этом не так уж важно то, что делают все остальные, потому что у каждого может быть свой путь и свои заблуждения. Да. Достаточно просто быть человеком, развивать здравый смысл и осознанность. Некоторые традиции концентрируются на любви к Богу, но я думаю, что вполне можно любить людей, и находить счастье в этом, если придерживаться полиамории, а не пытаться следовать неестественным обычаям. Иногда нужно бороться, или развеивать заблуждения, если к этому есть склонность. Нельзя принимать всякие вредные вещи как норму. Философский мир уже готов к гармоничной жизни, но на практике еще остается очень много противоречий. Во многих странах нужно менять то, как работает правительство, потому что оно может быть основным источником проблем. Люди часто тупеют и погружаются в сети страстей, когда у них появляется много денег. В таком состоянии они зачастую не видят причин к пробуждению, пока кто-нибудь не начнет толкать их извне. Богатые люди часто имеют вокруг себя преданных слуг и халуев вместо настоящих друзей, которые могли бы рассказать им об их вредном образе жизни. Да, излишнее богатство способно невероятным образом портить людей, но и это нельзя считать перманентным. Всегда есть возможность к пробуждению и переосмыслению своих ценностей. Нельзя считать кого-то своей собственностью и ограничивать людей. Отношения становятся счастливыми, когда они открыты и когда люди могут радоваться вместе с друзьями и другими близкими, а не ревновать к ним. Нельзя связывать большие ожидания с отношениями и иметь какую-то конкретную модель будущего. Да. Дайте вещам случаться. Ограничения никак не помогут в удержании отношений и не позволят развиться настоящей любви. Чтобы к ней прийти, надо наоборот убрать все лишнее, и заглянуть в самую глубь себя. Найдя любовь в глубине себя, можно действовать на поводу у своей настоящей природы. Да, есть даже такая религия, как натурализм взгляда в который придерживался Алан Уотс, нужно убрать все лишнее и неестественное, и тогда можно прийти к счастью. Связь между людьми, однажды образовавшись, как правило, уже никогда не прекращается. Но полиамория также не означает беспорядочные связи, она ведь означает, что мы их признаем, порой при этом соблюдая определенные договоренности. Можно прийти к соглашению о том, с кем мы хотим вести сексуальные отношения, а с кем поддерживать контакты только на расстоянии. Да, полиаморный человек вполне может придерживаться моногамного договора, если это как-то помогает его близким или детям. Часто можно встретить людей, которые еще недостаточно разобрались в своей природе и стараются придерживаться моногами. Но все равно нет смысла отрицать свою любовь и отношения с другими людьми, даже если они происходят только внутри, хотя их можно приостановить до того момента, когда все станут к ним готовы. Это правда. Мне всегда хотелось с тобой общаться, но на какое-то время это стало невозможно из-за разных странностей, которые начали происходить из-за попытки придерживаться модели моногамной семьи и отношений. Но сейчас мне стало намного лучше, потому что я могу поддерживать связь как с тобой, так и с другими близкими мне людьми. Эта связь никогда не прекращалась, и мы можем только играть в то, что забыли друг друга. Но мне, конечно, пришлось немало усилий приложить, чтобы доказать всем окружающим возможность такой связи. Да, сложно порой понять, что одна любовь никак не ущемляет другую. Нас учили неправильным вещам с детства. Любовь, наверное, можно сравнить со светом, который включили в комнате, вспоминая опять же Дмитрия Быкова. Счастье и счастье. Есть вещи, которые словами не описываются, и они-то наиболее драгоценны. Как описать, что в комнате включили свет, вошли, включили, все стало уютным и жилым, появилась возможность жить, надежда и гармония. Вот так и тут включили свет, и началась жизнь, а когда ее не было, о ней нельзя было и помыслить. Все стало подсвечено, все страхи и обиды перестали иметь значение. Включили свет, а когда добавили еще один источник света, стало только лучше и теплее. Тебя всегда интересовало, чувствую ли я себя счастливым человеком. Теперь я могу с уверенностью сказать, что да.